Ну что, сегодня мы собрались по такому поводу замечательному, на самом деле большой праздник в Ургенде. Я вижу в зале очень много знакомых лиц. Благодарю, что вы пришли. Вы приходите постоянно на наши лекции, да, клуба «Золотой век». И также очень много новых лиц. Очень рада вас видеть. Сегодня у нас в Ургенде гость Александр Геннадьевич Хакимов, который является очень знаменитой личностью, очень известной личностью в СНГ и даже в Европе уже. Я думаю, что многие слушали его лекции также в интернете, читали его книги, и вот сегодня он здесь. Тема у нас сегодня замечательная, надеюсь, что все сегодня для себя подчеркнут, что это очень важно. Давайте встретим нашего гостя. Я недавно спросил одного главного редактора известного издательства, что сейчас более всего интересует людей, что не читали, вот еще не читаются. Есть ли какая-то статистика? Он говорит, да. Есть, мы наблюдали, мы фиксируем. На первом месте интерес людей сейчас самопознание. Удивительно. Большинство из нас сейчас интересуется самопознанием. Что же такое человек, что же такое вообще общество людей, что такое мир, зачем все это. Как-то хотим осмыслить нашу историю уже многовековую, понять, что же такое цивилизация, куда мы идем. И нас, конечно, интересует рост счастья. Мы много сейчас чего знаем, информация, просто объем, все доступно, у нас есть интернет. Интеллект нынешнего времени, впереди новые эпохи, так сказать, там есть все. От самого низменного грязного до самого возвышенного. И вот выбираете, что хотите, теперь вы сами решаете свою судьбу. Пожалуйста, вот, вот такое образование, самообразование. Приходится нам самим учиться. А это трудно, оказывается, выбраться. Вот удобно, когда мама говорит, учись, учили в школе, учись. Слушаем, делаем, вот теперь сам попробую. В Индии недавно закрыли порно-сайт. Хотели совсем закрыть. На два дня хватило времени, люди стали протестовать. Закрыли сайт. Не так-то просто делать вообще выброс. Непростая вещь, оказывается. Выбрать хорошую вещь, даже зная, что она хорошая, оказаться плохой, зная, что она плохая. Не хватает духу, что ли, воли, или вот кто же я, почему я не хозяин своей судьбы? В каком-то смысле я подвольный человек. Мне трудно освободиться от каких-то сложных, плохих вещей, без внутри самого себя. Не говоря уже о том, чтобы с близкими как-то контакт иметь, душевный, настоящий, то есть вот, ну как я хотел. У каждого есть какие-то недостатки. И если мы хотим исправить какие-то недостатки, улучшить общество, улучшить мир, улучшить свою семью, то веды говорят, начни с себя. И нам придется начинать с себя часто, постоянно, регулярно. Потому что мы не сталкиваемся снова с какой-то проблемой в жизни, снова и снова. И снова это урок для меня прежде всего. И снова это должен я познать больше что-то в себе. Открыть больше в себе добра, больше любви, больше мудрости. Вот так же устроено, что мне придется работать над собой. Вот это труд. Самое трудное работать. И есть, конечно, целая философия, я не буду, у меня не будет времени подробно разворачивать всю эту философию, юридическую, но вкратце я что-то скажу об этом. Есть философия, стержень как бы знания, философия Санкхья. Она касается самопознания. Это наука еще называется атма-татва. Татва – это как бы сущность, то, что мы хотим понять, суть, эссенцию, смысл. Атма – значит «я». Вот наука о самом себе первостепенной важности. Познай себя, познаешь все. Не знаешь себя, все пойдет. И это санкья буквально означает в переводе считать. Сочинять санкья. Ну, как математика, единицы, математика, дробинки, 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 тоже элементы санкья.
Но тут другая сторона. Сосчитать себя. Из чего все это вот состоит, то, что я вижу? Ведь все это материальная субстанция вокруг. Почему она разная? Почему разных свойств? Разных качеств. Их очень много. Менделеев и таблицу когда-то это во сне своем классифицировал, долго мучился, он пытался понять, как же все-таки научно объяснить все эти вот различные, разнообразные элементы, и что это такое, как они соединяются, как они разлагаются, что это за законы, там, значит, валентность, в конце концов, атомы, молекулы стали вот атомную энергию уже использовать в этом объяснении, в этой философии, и возникла таблица, которая классифицирует вот эти элементы, это тоже самое, но не полное, частичное. Он рассмотрел под лупой некую деталь, лишь одну из нескольких деталей. А в целом нет. Первый элемент в таблице Менделеева какой? Нет. Вот все говорят водород, на самом деле. Нас там учили. Менделеев открыл первый элемент эфир. Потом водород. Эфир — это пространство. Он его открыл как физический, самый тонкий элемент. А из физических проявленных элементов, это уже самый легкий водород. Но затем, когда эту таблицу пересмотрели, особенно в советские времена, эфир убрали подальше. Ну, потому что считалось нематериальным, так это пустота. А сейчас в эфире мы передаем информацию, смотрите, через сотовый телефон, все в эфире, не в воздухе. В воздухе 300-300 метров в секунду колебаний, в эфире нет, мгновенно. Это как веревка. За ним один свернул, другой отвернулся, тут же. Так Мартын заместил, наш старый Мартынов, ленинградский еще, мистик. Он так объяснял эфир. И в эфире это написано, это эфир, он проводник тонких форм и звуков. Сейчас мы можем форму передать, звук, просто через пространство, поймать, через интернет, поймать телефон. Не надо проводов, эфир. В эфире все настраивается. Ну и, конечно же, Санте сосчитывает еще дальше туда и дальше обратно. Все сосчитывает, что есть. Не все сосчитывает в таблице Менделеева. Здесь рамки химии. Химия уже отбросила эфир. Все. В рамки химии не входит эфир. В рамки физики тоже не входит. Это уже пара какие-то нормальные эфиры. Ну, неизученные, недоступные восприятия приборов, скажем, и исследований. И вот тут мы сталкиваемся с некоторой проблемой. Как изучать эти вещи, как их сосчитать? Я не все вижу, не все слышу, не все понимаю. Начни с себя. В теле есть все химические вещества, все таблицы Менделеева. И больше вещи. Вот себя ты сосчитаешь. Ага. У тебя есть мысли, у тебя есть желания. Почему ты не сосчитываешь их? У тебя есть глубокие желания. Почему ты их не принимаешь внимание? У тебя есть воображение, и ты не можешь понять, где воображение, а где реальность. Люди все, помните Чапаев, счастливые вы, Чапаев говорит, дети, ангелы. А почему, Василий Иванович, почему такие счастливые, почему так думаешь? А? Вы молодые, у вас все впереди. И вот вы доживете до этого времени, будет мир такой, такой мир будет, вот, умирать. Вот это воображение. Что бы сейчас у Василия Ивановича чувствовал? Это соответствует воображению. Это называется воображение. А есть люди, которые на самом деле видят? Воображение. Бездумщие. С корабельной кожей в каждом городе есть. Так, мочи сидят, бобы бросают, или Коран открывают, в общем, ради судьбы года. И говорят, что где-то будет, сколько там, то, то, все, все, отвечать на ваших профилей, что-то, что-то. Мистика присутствует в жизни. Иногда цыганки нагадали, что они. Иногда астрологи это делают научно, ну там подготовка нужна. Это научная подготовка. Но тут не только наука, не только считать, тут нужна еще интуиция. А что такое интуиция? Она входит в этот год? Наука вообще. А вера входит в науку. Вот где считать, что научно, что не научно, где же вот мое познание заканчивается и так далее. Итак, начинается самоосознание с грубых элементов, доступных нашему восприятию. Я сейчас вкратце покажу эту схему, это не новая схема, я ее 30 раз показывал, рассказывал.
Но я ее вкратце хочу показать. Вы не смотрите. Смотрите. Итак, группа элементов. Тело состоит из органов чувств. Есть два набора органов чувств. Гьянендрия и кармендрия. Карма, значит, работа, индрия, чувство. Чувство деятельности есть. Пять. Руки, деятельные органы чувств. Ноги, деятельные органы чувств. Речь, деятельные органы, органы действия считается. Анус и гениталии. Вот пять получается функционально действующих органов чувств. Действующих. И есть гьянендрия, чувство для приобретения знаний, их тоже пять. Я вкратце буду говорить. Пять органов восприятия, они активны. Это слух, это зрение, это обоняние, это вкус, это осязание. Я не по порядку написал. Просто перечислю, как пришло новое. Там есть порядок. Это факт. Вот как они работают, эти чувства. Они как от железа к магниту притягиваются к объектам чувств. У каждого органа есть какой-то объект восприятия. Он на него настроен. Глаз на форму и цвет. Ухо на звук. Нос на запахи, касание, каждый свет. Область восприятия. И информация идет потоком постоянно. Что-то видим, что-то слышим, что-то касаемся. Постоянно информация наполняет нас и переносится внутрь. Здесь есть, так сказать, такое шестое чувство, я еще называю. Этот орган чувств не выведен наружу. Ум. Мы называем это мозг. Но мозг это скорее биологический компьютер, в котором работает вот этот ум. Он как бы синтезатор всех этих информаций, он объединяет. Он может и слышать, и видеть, и обонять, и чувствовать вкус, и осязать. Он все это может воспринимать. Одно чувство получается универсальным. И он творит чудеса, воображение. Может соединять, комбинировать, синтезировать, разъединять. Когда-то, очень давно, на выставке в Санкт-Петербурге была выставка полиграфии. Ну, новейшие какие-то достижения полиграфии. Книжные печати. Там показали впервые видеосинтезатор. Впервые изобретено через видео новую систему цифровую. Как можно соединять вещи, которые мы видим. Вот снимают человека, показывают, человек на видео, а вот огонь, костер. И синтезатор соединяет питом горящий человек. Сейчас это используют кинематографию, широко мы не являемся. Мы сами это видеосинтезатор. Это не настоящий. Ум делает то же самое. Это одна из функций ума. Мы видели золото, видели гору. Во сне может присниться золотая гора. Все что угодно. И вот этот ум, он очень могущественный. Я привожу пример. Один из таких примеров, это такой был нашумевший пример, когда-то швец. Насколько я помню, такой швец. Один человек ремонтировал вагон, холодильный вагон, рефрижератор. На предприятии. Он задержался там до вечера, уже был конец рабочего дня, и кто-то там задержался в вагоне, и его по ошибке загерметизировали, закрывали предприятие. Загерметизировали в холодильном вагоне. Человек, как специалист, понимал, что он ночь не вышел из холодильного вагона. Там очень низкая температура, он сказал, что он будет прыгнуть всю ночь, он все равно не сможет выжить. Он стучал, он кричал, так или иначе он попал в ловушку. Где-то уже глубокой ночью жена стала обзванивать, предприятие, интересоваться, уже нет никаких следов, уже ранним утром открыли холодильный вагон. Он был там. Промерзший насквозь. Игла медицинская не входила в тело. Но этот случай потряс мир тогда психолога. В вагоне не было минусовой температуры, в вагоне было отключено питание. Как же он замерз? Пришлось сделать только один вывод. Его заморозил собственный ум. Возможно, вы видели трюки психотерапии, там гипнотизеры, усыпляют, внушают, и такие не верят.
невероятные вещи могут происходить. Удивительные вещи, необъяснимые вещи. Сверхъявление. Это делает ум. То есть, как говорят современные ученые, ум способен на гораздо больше, чем мы его используем. На 90% мы его не используем. Но мое мнение меньше еще. Если мы 2-3% используем возможность ума, это еще нам повезло. Вот для обычного человека. Если 5-6-7%, это уже великий человек. Если 10%, я думаю, что это уже не психолог, 15%. Никто на 100% сейчас не использует наши возможности, скрытые внутри. Это связано еще с чакрами, с этими психическими центрами, которые закрыты у людей. Потому что от образа жизни что-то открывается, закрывается. То есть мы не изучали эту вещь ни в институтах, ни в школах. Мы не знаем толком эту науку. Но ум связан. Если вы вспомните лимон, вкус лимона, слюна выделится на уровне. Интересно. Ум создает образ. Реальный. У меня есть один знакомый ученый, химик. Он сейчас пишет о том, как ум формирует наше тело. То есть как ум, наши мысли формирует нашу жизнь физическую, воплощает ум мысли. Например, он говорит, я зачем влюблен? Как химик, он говорит, я знаю, какое вещество будет выделяться, вырабатывать в крови в состоянии любви. Ум выработает С8H12 азот. Химики называют это формулой любви, наркотик. Природный наркотик в крови появляется человек. Наркоман. Но нет ломок никаких проблем. Естественная вещь, то есть в крови есть такие вещи. Ему хорошо, он счастлив, потому что даже в его крови меняется состав. И он чувствует счастье повсюду. Как будто он просто принял что-то. Все хороши, всех любят. Это состояние ума. Вы испугались за секунду мгновение адреналин. Раз. Сразу. Мгновение. Меняется состав крови. Раз. Быстро. Как кровь, субстанция очень подвижная. На все ваши мысли кровь реагирует. Пожалуйста. Но адреналин, дефамин, серотонин. Серотонин это вещество радостного вызывает. Это радостного серотонина. Вот просто выходите на солнце, весна, и такой приятный ветерок, и пространство, и серотонин появляется. И кто говорит, от солнца серотонин появляется, от радости появляется. А если вы вспомните просто солнце, все с хорошей мысли, тоже серотонин работает. Вы можете быть в не очень благоприятных условиях жизни, но если ваши мысли возвышены, у вас будет счастье внутри благодати. А у нас сейчас ум зависит от того, что мы слышим, от того, что мы видим, от того, что мы обоняем, чувствуем вкус и состояние. Мы попали в зависимость от органов восприятия. И это лишь несколько моментов об уме. Он гораздо более силен, чем я сейчас его описал. Просто дальше, я думаю, что вы просто не поверите, что вообще возможно, что нас ждет. Ну как, говорит Иисус, помните? Если вы скажете горе с верой, иди сюда, она придет. Ну вот и трудно говорить. И по воде он ходил. А ученик говорит, а как это? Ну так иди сюда, Петр. Он пошел, стал помнить, маловерно, и сколько вы будете терпеть вообще? Неужели вы простые вещи не можете делать? Боже, по воде вообще не сходить. Это так просто, это вот. Ходить по воде, мыслить возвышенно, понимать другие мысли людей, языки людей, языки других живых существ, для кого-то это просто. А для кого-то кажется непостижимой ерундой. Да и зачем все это? А вы знаете, что у деревьев язык, у птиц есть язык, у всех живых существ есть язык. Если мы сможем понимать этот язык, у нас рука не поднимется ни на одно насекомое. Если мы будем живое существо, как я был давно в Тюмени, зимой гулял по льду озера. И там видел рыбаков. И сделали лунку, там пробили, бросали корни. Но вот пили рыба, собиралась, как они там понимали, с очками. Ну вот я вижу, не понимают рыбу, много. Вот такая мягкая. И несколько выбрасывают на снег, выбирают.
там. И в моем понимании, они же должны эту маленькую рыбу не нужны, обратно же вернуть в воду. Но они просто ее отметали в сторону, как мусор. Люди не видят живое существо. Не осознают, не развитое сознание. Просто мусор. Но это же живое. Теперь тоже верни их обратно. А когда-то еще в 90-х я общался с одним наемным убийцей, пришел на мою лекцию. Я сразу видел, что у человека глаза совершенно особые, взгляд, поведение. Он говорит, я хочу найти. Если все, что вы говорите о карме, правда, то это страшно. Он хочет поговорить. Я говорю, хорошо, поговорим, только у меня один вопрос начал тебе. Вот что ты чувствуешь, когда нажимаешь на курок? Расскажи мне. Он сказал, нет, не надо ничего чувствовать. Не надо ничего чувствовать, просто мешай. Выслушай, пожалуйста, все. А то ему замешаем, если я буду мыслить, если буду чувствовать, что там у него то, жена, там, родители, то, и все, у него там любовь или что-то еще. Я же не смогу даже на курок, мне нужно забыть все это. Забыть надо все. А я говорю, да вспомни все это, кто же я? Ведь мы же сами отказались от этого процесса. Что-то подменили мои лицензии. Где-то вот так, где-то мы ошиблись, потом еще раз ошиблись. А потом хорошие вещи мы думали, они же были замещены, мы отвергли с хорошим местом. Но вот эти говорят, если у вас не было катаракта, не выкалывайте глаз, снимите катаракту. Мы сейчас боимся духовности, боимся самосознания, потому что, ну, мало ли куда это приведет. Есть разные учителя на этот счет, знаете. Могут так провести вам пальцы. Самое слово могучее, которое можно обмануть весь мир, это слово Бог сейчас. Под этим видом что-то сейчас люди не продают. Опасно, опасно, опасно. Так давайте руководство знания, а не просто веры с любой. Давайте изучим себя. И что время это? Религия и наука должны объединиться. Не конфессии. Нет, а духовности. Конфессии какие хотите выбирать. Это не имеет никакого значения. Знание нужно человеку. Вы из разной конфессии, но вы же идете в институт, или в школу, вы же получаете знания, что конфессии. Зачем это все сводить к какой-то конфессии или каким-то национальным традициям? Человек есть человек, его природа общая. Духовная, космополитическая природа, это нужно изучить. Может быть, когда мы сможем жить в более мирном обществе, более понимающем обществе, где не будет ни национализма, ни шовинизма, ни капитализма, ни коммунизма, ни национализма, ни нацизма, страшные изъявления, эти извы, куда они приводят вообще. Это же все надуманные вещи. А мы все вышли из этого источника. Мы все одним воздухом дышим, под одним солнцем живем вообще. Все космонавты, которые я слышал. А с одним познакомился лично в Москве, когда Александр Лазуткин, по-моему, 95-й космонавт уже был приглашен на наш фестиваль, тоже рассказывал о космосе, о полете на орбиту, и там он провел полгода, и мы с ним также общались, рассказывали. Ну и что там в космосе? Он говорит, ну, мы давали подписку, поэтому не все можем рассказывать, что там в космосе. Он задал мне вопрос, как ты думаешь, Земля круглая или плоская? Это меня спрашивает. Ты же был в Англии, ну, мне нельзя говорить. Я уже стал сомневаться. Такие вопросы космонавты. Но они высоко, на самом деле, всего 450 километров, это, говорит, нельзя увидеть на Землю шаром. Видите, просто горизонт до горизонта Австралия вмещается не больше. То есть вы не имеете полной картины. Но все имеют сразу же первую реализацию. Все, я помню, феоктиста, помню, первое, что говорил в эфире, такое в старом сердце. Да, феоктиста был такой космонавт, эмоциональный такой интересный человек, рассказчик. И он говорил, задыхаясь, говорил, эмоционально задыхаясь, говорил, посмотрите, Земля одна. Но там нет границ, понимаете? Ну, когда мы изучали географию или, не знаю, там историю, мы же видели эти толстые такие СССР, мы всегда видели вот эти землю с границами, территориальные что-то.
Люди же разделились. А он удивился, что границ нет на самом деле. Земля одна. Она маленькая очень. Она прекрасная. Он как ребенок говорил об этих вещах, мы все смотрели на него и думали, он нормальный или ненормальный. Нет, он нормальный, действительно, что он увидел. Вот просто чуть-чуть выше поднялся, и смотрите, совсем другая картина вообще. Вот другое сознание, другое восприятие, другая точка зрения. Мы сейчас посмотрим еще, какие есть уровни сознания, откуда нам все-таки посмотреть на себя и на свою жизнь. С какой платформы. А это толстовки тоже самое сказал. Это их поражает. Это точка зрения, где она переворачивает сознание. Космос меняет человека. Меня как изменил космос. Я когда с ним общался, что человек совершенно другой, не похож на меня. Он добрый очень. Он нервничает. Он совершенно удивительный человек, знаете, вообще. Он как вот вертикально, да, гладкий. Вот такой в руке приятный. Не как щипок берете, значит, просто как особенно свечение со всеми можно общаться. Он как будто вот очень запугал, или наверное, так обточил, а потом еще 10 лет оттачил после полета. Я сказал, я считаю, что все президенты мира нужно прийти в космос. Я его сразу подошел, точно, нужно все запустить сразу вместе. Чтобы просто посмотреть на все это, понимаете? И получить что-то новое восприятие жизни. Очень важно, чтобы быть так быстрее, как будто мир. Но это была не самая удивительная реализация для него. Он рассказал там о невесомости, там, ну что еще интересует в космосе, как он летят, как там морются, как там кто, он все рассказал без интереса. А страшно ли было? И да, страшно. Первый день все это страшно. Второй там, ну неделю, ну сколько можно бояться потом? Забывает. А что вы подумали сразу, когда приземлились, вот, когда с командой? А, говорит, да, были мысли. Я подумал, здесь завод не кончится. Здесь так много воздуха, оказывается. Здесь человек, кстати, пересмыслил многие вещи. Но самое сложное оказалось именно на шее. Это было несколько космонавтов. Самое трудное испытание полгода традиционно вот это полетели. Особенно у меня были проблемы с одним американцем. Джерри. Это Джерри. На этой долгой сумасшествии. Я знаю инструкции, космонавты собирали, знаете, из сотен. Я выбранный один из сотен. Поэтому я должен вести себя по инструкции. Держать себя в руках, контролировать свои чувства. И какой-то я думал, что Джерри пора выбросить за борт. Что он себе на уме, он совсем другой, не такие, как мы, если там какая-то авария, поломка, мы все бежим, а у него он живет по инструкции, у него отдых, он отдыхает, там что-то. Но это вот Джерри, это просто забрал напиток. Но там шаттл потом пришел, и команда менялась, Джерри убежал, и слава богу. Ну, в общем, они на ножах буквально, вот они не успели там добить друг друга или даже что-то сказать, но это было очень трудно. А чуть не меня это чуть не разорвало на части. Серьезные пацаны. Только сильно, что когда я вернулся на землю, я 10 лет наблюдал за этим человеком. По интернету там, у него там своя страничка, он же известный, он космонавт. И там он публикует, что он публикует мне письма своей дочери, он писал в космос оттуда еще и при мне там. Я начал все это читать, изучать его жизнь, и я был поражен, какой-то хороший человек. Я потрясающие письма писал своей дочери. Вообще его биография, я был просто сражен. И говорит, через 10 лет я понял одну вещь, что каждый человек должен принимать таким, как он есть. И надо ломать друг друга. Знаете, я поразился, вот сейчас в космос за полгода, через 10 лет потом еще работал над собой. Да, это стоит того. Потом еще встречал Аманашвили. Моя первая встреча с Аманашвили, шалочность была где-то на Черном море. Много лет назад нас решили познакомить. И мы за обедом, за столом, друзья, мы также с сыном. Вы знаете, гуманная педагогика, человек из Грузии, из политбюро еще, сейчас 88 лет уже. Он полон сил, он путешествует, он продолжает свою миссию, как гуманный педагог, много пользы для этого человека. И когда мы сели за стол, мы поговорили обо всем. И когда он ушел, сказал своим друзьям, у этого человека чистое сердце. Я впервые в жизни встречаю такого мудрого, чистого человека. А у него нет ложной гордости. Он умеет слушать других, как ребенок. Он до сих пор ученик, смотрите, в своей
потрясающая личность. Вот откуда его мудрость оказалась? Я думаю, мне повезло. На следующий день приходит снова на обед и дарит мне свою книгу «Разговор с сердцем». Его разговор с сердцем – это его практика. Тяжелая практика, знаете, быть честным перед собой. Оказалось, там написано, как это делать. А, теперь понятно, откуда все это. Итак, ум. Ум имеет еще одно свойство. Считается выше любви. Это написано в Бхагавад Пуране в 11 песне. Это древнее послание на санскрите. Там говорится, что человек с платформой ума смотрит на других и думает, я и они. Хотя на самом деле все такие же я, как он. Он забывает. Он себя ставит в центр всего. Эгоцентризм называется. Это тоже функция ума. То есть есть положительные функции, есть неположительные функции. У нас то и другое. Ложные функции существуют. Это вот это мы сейчас еще доберемся. Все ложные функции мы должны отбросить. Вот это будет трудно. Ложные привычки, ложные воображаемые вещи, ложную веру. Как Чапаев говорил. Вот такая будет жизнь, знаете. А служили два товарища, там тоже они обсуждают. Говорят, о, будет же коммунизм. Еда будет, тюрем не будет, все будут честные. Люди идеализировали. Да, когда строили коммунизм, думали, вот когда все поровну раздадим, все будет честным, не нужно будет. Не будет преступности. А другого товарища говорит, да, все кары будут преступники. Говорит, ты испортишь, не будешь вообще. В любой котел плюнешь, а вот что нехорошее скажешь, ты всегда вот споришься. Этот спор и до сих пор идет. Возможно, и такая идеальная жизнь или невозможно. Вы не утописты случайно вообще. Социалисты утописты были такие. Они тоже мечтали об этом. Мечты такие не сбываются. Мы должны изучить науку. Мечтать над творением знания. Как это делают конструкторы? Хотите построить мост? Изучите сопротивление материала. Изучите высшую математику, физику, тогда построите, воображайте, пожалуйста, воплотите. А если вы это просто фантазируете, если хотите его из картона построить, что-то получится. Так это же хорошо уже не строит. Где материал? Вы должны знать, где это твердый материал. Почему сейчас мы не опираемся на честное слово? Никто никому не верит. Документы. А когда-то не нужны были документы. Слово было документом. Правда. Это не утопия, это история. Я еще жил в ту бытность, где многие здесь тоже могут подтвердить. Жили, может, в аулах, в деревнях. Не закрывали двери, уходили. Не боялись, не было такого. Это сейчас железные двери и решетки на всех этажах. И эти двери вот с этими штучками, знаете, что пережили 90-е годы. Около миллиона человек погибло в криминальных боях. Это мирное время было в 90-е годы. В СНГ. Жуткое дело. А ведь мы думаем, что мы же коммунисты, у нас трасса, этот кодекс, откуда этого быть не может. А откуда это все появилось? А нас чему-то не учили. В таблице Менделеева не было гордости. Элемента гордыни. Ложной гордыни, но он не знал об этом элементе. Она есть. Думаю о себе. А людей воспитывали еще в царские времена. Слово офицера. Ты не выполнил, не сделал слово офицера, застрели себе лучше. Ты капитан корабля, ты должен тонуть вместе с кораблем. Такая была ответственность. Так, такие были люди. Слово офицера. Современная у нас ситуация, меня не воспринимаете. Ну что ж, говорится. Ну это тогда. А сегодня что? А я читаю роман, там написано про этого царя. Во сне пообещал. И должен сделать. Он во сне пообещал, что проснулся, и говорит, надо сделать что-то. Я сказал обещание во сне. Самсара остается, что я не выполнил обещание. Неважно, что он или нет. Факт есть факт. Самсара остается, а не следи. Более тонкий. Сейчас пишу, что такое самсара. Это тонкие вещи, которые в нашей жизни, вот тоже нужно учитывать. Вся секреты этих мелочат. Однажды корова щипала траву, потом ходила вдоль забора и в конце концов как-то просунула между грудью и губу, там более густая трава нашла, пощипала, обратно уже вылезти не смогла. Застряла рыба. Была в Индии, собрались люди.
Для них аромат, я не убиваю. Стали говорить, так, как же спасти пророка? Ну и предложение стали обсуждать. И тот сказал, да что тут обсуждать? Рога и спилиты, и все, и головы. Все на него молча смотрели, шевелились. Ну, почти способ там, или решетку, свою фигуру. А я в этой группе пришел сразу к царю. Потому что, видишь, у нас есть проблема в городе. Знаете, тут корова упала в такое трудное положение между забором и головой. И мы стали обсуждать, как помочь, а один из хинду сказал, что нужно рога ей запилить. Правда, сказал царь. А это человек нужно сюда, сюда ко мне. Его привели. Он спросил, ты хинду? Говорит, да, не удиви. Скажи честно. Ну, честно. Мать хинду, хинду, отец, отца не помню. А ты мать? Пришла мать, твой ребенок хинду? Она говорит, хинду. Женщина, я поняла, о чем вы говорите. Я объясню. Дело в том, что его отец хинду, та же культура. Но дело в том, что в ночь зачатия, утро, когда я проснулась, я посмотрела в окно. Сразу же. И первое, что увидела, это был мясник с окровавленными головой руками. Вот что. Вот такой ребенок родился. Царь издал, это исторический факт. Царь издал указ, он царство небольшое, небольшая провинция. Всем женщинам рекомендовано, настоятельно рекомендовано, когда они просыпаются, иметь перстень с зеркальцем и сразу смотреть на свое отражение. Женщина получить должен дочерей, правильно, прежде чем вступить в брак. Это называется самскара. Сейчас психологи пытаются разбираться в этом. У вас проблема, у вас там проблема, там давайте разберемся в прошлом, что там у вас было. Давайте регрессию проведем, найдем те причины, самскары, те впечатления, которые в детстве еще получили. Может, собаку испугались, может, что-то еще. Почему вы свою мать не любите? Почему это? Давайте эту причину найдем там, ну-ка давайте, засыпайте. Потому что я не помню, самскары. Отпечаток по жизни. Вот эти тонкости, эти тонкости. Человек должен очистить свои чувства, научить видеть и слышать другого. Кто? Это как музыку не слушает. На нижних чакрах что-то можно привести, молодежь, знаете, не прыгает. На нижних чакрах. Сексуальный чакрах. Сердце колотится от возбуждения. И все просыпаются. Страсть, страсть. А на более высокой не слышит. Не слышит музыки, а музыка везде. Все пронизано. Так что же мы слышим? И кто слышит? Ухо или ум? Надо разобраться. То есть готовят ум восприятие. Чувства любые, чувства они у нас не будут очень развитые. У животных более развитые чувства есть. Какое-то одно из чувств животных феноменально развито. Другие притуплены, поэтому у них нет слишком много беспокойства от чувств. Собака у нее в основном обоняние работает, нос. Как говорят современные ученые, нам до собачьего носа еще работает 200 лет. Получается собачий нос, чтобы создать что-то подобное. Несколько часов проходит, собака берет след, пожалуйста. Она по запаху чувствует ваше настроение. Испугается или еще запах, потому что тело, тонкие запахи меняются, кровь меняется, состав крови фантома меняется, собака чувствует носом. Удивительно, природа. Есть такая мышка, полевая, складывает ножки, как пружинки, и сидит, как тушканчик, и хвост у нее такой, ну, такая маленькая мышка. У нее огромные такие глубокие два уха, круглые, глубокие. Слух, таких приборов нет. Она спокойно, она защищена слухом, она сидит на пружинках, на катапульте. Что спокойно, там змея выходит, видит мышь, открывается сзади. Без шума, как ей кажется. Мышь все прекрасно слышит. У него усилитель, регулятор, громко все настроено. И спокойно слышит. Из меня подходит сзади. И она стоит. Делает бросок. Доли секунды. В последний момент срабатывает катапульт. На полметра примерно подлетает высоко. Из меня мимо. Вот так. Где-то мышь на дорогу. Просто исчез.
Оборачивается на себя, ничего. Вообще не смотрит, у него уши не снимает. Летучая мышь, мы знаем, полная змея, она как-то ориентируется. То есть животные оснащены сверхчувствами, некоторые животные. Орлы, они видят с километровой высоты мышь видят. Как говорят исследователи, я не знаю, но они могут видеть одновременно панорамы и детали, чтобы еще увеличивать эти детали. Глаза устроены феноменально. Вот такие небольшие глаза. Мы такие приборы не создали. У нас нет таких чувств. Нет такого боли, нет такого зрения. Более-менее слабые ноги. В равной степени у нас развиты примерно все эти чувства. Если чуть-чуть какое-то чувство у вас развито больше, то вы уже отличаетесь. Либо художник, либо музыкант, либо что-то еще. Уже какая-то выдающаяся личность. Это от природы может быть, а может быть, надо развить эти вещи. Потому что на самом деле не орган глаза видит, не это надо тренировать, видит тонкое тело. Это вопрос внимания, что мы видим, а не луяк. На что пришло наше внимание? Один мой знакомый художник на Камчатке писал этюд. Ну там, знаете, вулканы, там тайга, там такая природа первобытная вообще. Это не европейская природа затоптанная, это Дальний Восток, там стихии, там космос. Можно почувствовать, вот он привлекся этим, где там Камчатка писал этюд, этюдник и увлекся этой природой. Я даже не заметил, как медведь подошел. Там этих медведей очень много. Ему тоже было интересно, что там этот художник делает. Он там сопел, ему ухо стоял. А тут его вдруг этот сосед пришел, мешает ему. Туда что-то не любит этот подсматривать работу. Они с пословицы, незаконченную работу, дурака мне показывают, не любят. И медведь тоже увлекся, и лапу положил ему на плечо, и стоит. И тот, в конце концов, кистью дай его по руке, он не мешает. И медведь дал ему подзатыльник, там все-таки упал и с этюдниками, если перевернулся два раза, и видит, что медведь уходит спокойно. Это медитация. Может увлечься, что-то не заметить. А? Вот куда это сознание направлено? На слух все время плохо видите, не чувствуете запахи, как будто бы этого не существует. Вы все в зрении. Что-то увидели. А бывает, что-то услышали. Тогда плохо видите, не заметили, потому что сознание в это время погрузилось в слух. И вот это вопрос внимания. Нас учат вниманию. Как меня учил один мой учитель, художник. Что такое колорит? Это надо почувствовать. Как? Ну, это, значит, нужно искусство педагога. Чтобы вот туда, вот, знаете, вот в вот, эту атмосферу погрузить ум, чтобы вы почувствовали, о, это потрясающе. Ах, так вот что это такое. А так вот теперь я вижу. Так ты раньше не видел? Ну, вот видел, но не видел. Глаза-то были, но не видел. И уши были, но не слышал. То есть мы должны познавать себя вот таким образом. То есть внимание, внимание. Также и наши отношения в семье, где это воспитание, все основано на внимании. Когда мы учим, говорим, слушай меня, тупица, слушай меня. Внимание, требуй внимания, да. Но если вы понимаете человека, знаете его хорошо, он сам вас хорошо. Вам нужно требовать внимания, вам нужно оценить внимание. Любой человек, если вы его знаете до глубины души, лучше, чем он себя будет доверять вам. Раскроет сам все, что ему нужно. И когда мы с личным кулаком, мы требуем, то гуманно это выявить. Совсем другим путем нужно идти к этому. Так же и в семье тоже мы кричим друг на друга, спорим, не хотим слушать друг друга. А увага, славянское слово, значит внимание, уважение. А где же уважение? Ты меня не слушаешь? Да, а ты меня не слушаешь? А как же услышать? А почему-то трудно. И когда я тебя слушаю, молчу, мне кажется, что когда ты меня это унижает. Почему нужно тебя слушать? Кто-то такая, кто-то такой вообще. Вот я такой. Меня нужно слушать. Если у тебя другое мнение, то ты не образован вообще. Нужно как я мыслить. Так. Ну а Лазутин сказал, что надо принимать что-то какое-то мнение и понять. А без внимания это невозможно. А не слушая, не может быть внимание. Искусство слушать главное для человека. Вообще из всех способностей, самая главная важная способность – это слушать. Это истинно древнее. Если вы хотите, чтобы вас все любили, умейте слушать, вас любят любить.
Неважно, насколько вы красивы или в каком возрасте, если вы умеете слушать, люди всегда вас будут любить, уважать. И тоже вас будут слушать. Удивительно красиво. Итак, ум. У него две функции. Он либо что-то принимает, либо что-то отвергает. Приятные запахи. Принимаю. Хочу. Приятные вкусы. Принимаю. Хочу. О, какая мягкая мебель, какая ткань приятная. Принимаю. Все это я хочу. Зрение, приятные формы. Майор, майор. Но что-то неприятное он отвергает. Христа вкусов не спорят. Это слово. У меня сила ума ужасная. От любви до ненависти шаг. Вот как ум может влюбиться до смерти. Хочет собой. Вот так же можно как-то возненавидеть того же самого человека. Мы сталкивались. Какие были люди, как Фетрафелло, Птичье молоко. Ну, самое. Ну, вот, пожалуйста, вот этот урок, конечно. Вот одно, можно еще, можно. Вот еще, еще. Ну, все, хватит, да давайте еще. Ну, последнее. Ну, может быть, еще, может быть, еще, может быть, еще. Но все уже отвратительно, не могу больше. Ненавижу. И также, если мы видим, что на уме и чувствах мы не можем построить брак, семью, ничего не можем, потому что все, что мы принимаем на уровне ума, пресвещается и отвергается, либо терпится, либо становится просто обыденным, скучным. Рутинная жизнь, да, была любовь, любовь была, и мы поженились даже, и все, но теперь обычная жизнь рутинная и скучная. И более того, муж уже смотрит на других. Присытился человек. Вы знаете, что на материальном уровне со всеми это происходит. Это редкий дар любить. Либо от природы это уже человек получил, потому что в прошлой жизни заслужил, либо в этой жизни он обрел духовную высоту. Сейчас вы об этом поговорим. Что же это такая духовная высота, которая помогает мне любить всю жизнь, и не просто любить, а углублять эту любовь. Если мы изучим себя, бездонный колодец, знаете, внутри. Что каждый из нас несет внутри, это сокровище. Если это мы не используем, называется это скупец клепана. На золоте сидит. На богатстве, бриллиантах сидит. Как собака на сене. И не использует, не знает. Знаете, если я зарыл там кладки на свой, и задум, не зарыл, считаю, что мне будет. Вот мы забыли о своем счастье, где мы находимся. Ищемся все равно, не в том месте все будем. Либо ждем, когда оно само свалится. Не бывает такого. Нужно знать нового. Итак, приятные вещи принимают, неприятные отвергают. Алкоголь приятный, принимают. Наркотик еще приятнее, принимают. О, принять все, что угодно, все, что приятно. Всякую гадость на приятное принять. Ложь. Приятно лучше. Лучше, чем неприятно. Для ума это так. Если меня будут хвалить незаслуженно, либо приятно. Ну пусть незаслуженно, но хоть я себя почувствую человеком. Я буду благодарен за это человеку. Хотя он говорит неправду, в принципе, он не унизил. А если мне скажут горькую правду, неприятно. Это же правда, ну да. Осадок-то. Почему ты мне так говоришь? Кто ты? А вот можно сказать правду приятно? Можно. Мы этому научились. Я об этом тоже говорю. Завтра вот это тоже нужно научиться. Как сказать правду, которая убивает человека, но сказать, как бальзам пролить на душу? Удивительно. И нам нужно знать об этом. Потому что мы должны говорить правду. Не ложь приятная, а правду приятную. Когда пророк Мухаммед пришел, он сказал, знаете, что возмутило, знать, что он сказал? Он сказал ужасную вещь по тем временам. Он сказал, я пришел вас освободить от лжи ваших предков. Как? Кто ты такой? Бог ему ничего не делал. Его подпытали его следовать. А в конце эти люди сказали,
Он нас освободил от лжи наших предков. Это правда. Так что нужны знания. Не просто какие-то слепые традиции, а нужны еще глубокие научные знания. Кто я? Откуда я? И куда я вообще иду? И что это за мир и жизнь? И предназначение свое знать хорошо. Не только свое женское или мужское предназначение, а вечное предназначение. Итак, если мы откроем Бхагавад-гиту, это квинтэссенция веды, то там говорится о личности. Маджайте приятва кадачи. Для души, сознания не существует ни рождения, ни смерти. Неизменно. Однажды была национальная телевидение, нас пригласили. Какая-то физическая программа была несколько лет назад. И он упомянул, в числе прочего, что в те далекие физические времена люди были другие, даже климат был другой. Чувства люди были другие. Они могли видеть глазами то, что сейчас мы не видим. Ну вот, смотрим, но не видим. И ведущая спросила, а пример можете какой-то привести? Вот, что мы поняли. Что вот мы сейчас смотрим, но не видим. Я говорю, да, можно привести такой пример. Бхагавад-гите написано. Дихина спине тхадхия, камбарам йонам жара, татадика, дихантара праптит тхиаста. Но знаете, там что не стих, то это тяжелая вещь, нужно изучать. Нужно глубоко изучать. Это квинтэссенция. Что такое написано? Говорит, так же, как вы, личность, проходите через различные фазы тела, которые меняются постоянно. Вы, так сказать, неизменно сидите. Вы были ребенком вот таким. Да, было такое дело. Точно. У каждого ребенка. Вы забыли. Я тоже забыл. Я к бабушке подходил, говорит, бабушка, а какой я был когда родитель? Вот такой, я смеялся. Да, правда такой. Люди. Нет, почему не помню. А где это дело сейчас? Да нет. Нет. Другое дело уже. Сейчас уже бегаешь, смотри, хорошо упадешь. А? Ты уже бодр. Тело-то изменилось. А потом я еще меняюсь, и тело меняется, и мои представления жизни тоже меняются. А я-то тот же самый. Смотрите, я-то личность наблюдатель, это было все со мной, ни с кем-то, не меняется. А потом я взрослый человек, опять произошло много перемен с телом и с тонким телом. А я наблюдатель остался тот же самый. Неизменный. Наджайте вриатва кадачи. Не существует ли тебя между ни смерти? Этого тела нет, а ты продолжаешь существовать. Это тело уходит прямо на глазах. Ученые называют это обмен веществ сегодня. А ведь, говорит, смена тела. Одно и то же. 7-11 лет требуется, не больше. Чтобы тело полностью сменилось. Обмен веществ, смена тела. А я тот же самый. Я помню свой возраст. Это был я. Я был молодым, тело было молодым. И тогда я думал так, чувствовал так. Вот учился вот так. А сейчас у меня вот такое тело. А еще через 10 лет оно будет другим. Все меняется. Я как бы был ребенком, но я уже забыл об этом, поэтому когда беременный ребенок, я не понимаю. Да как же так? Ты что, не был ребенком, что ли? Только забыл. Представьте, тело сменяется. Поэтому, говорится, оставляя это тело, ты продолжаешь существовать. И тебя не должно это беспокоить смерть. Если два года. Тоже не бесстрашно. Душа не умирает. Ты есть сознание. Тело подобно одежде. Из нашего ты говоришь, что одежда, ты берешь новую одежду. Но ты же радуешься, ты же не печалишься. Солнце заходит за горизонт, не означает, что оно исчезнет. Тьма, у него солнца нет. Нет, нет, оно есть, оно все будет. Там нет ночи на солнце, оно утром снова появится. Так же есть рождение, смерть, но нам же это вариант вагана. Нет рождения смерти для души, если уже видим солнце. Это мы отсюда так видим, на самом деле солнце не исчезает. Ночью. Оно на своем месте находится всегда, постоянно. Но мы так видим. И так же, когда человек умирает, мы же не видим, что происходит с его душой. Она невидима для глаз. Она, на самом деле, невидима разумом. Но глаза не видят. Ну что, разум? Мы не видим разум. Мы сейчас видим разум. Вот мы с вами помещаемся.
Тут сколько? 6 люстр. О, роспись. Вы знаете, мне кажется, это все случайно появится. Не наводите? Ну, как это может случайно? Понятно, что кто-то это сделал. Раз в жизни, а тут художник какой-то работает. Если я еще специалист, я прям по стилю могу сказать, кто это сделал. Да. Я знаю таких специалистов. Они знают науку истории искусства очень хорошо. Они могут даже по датам вычислить, какое произведение и кто когда написал. Различают, правда? Они получили образование. Разве все так симметрично, и все так гармонично, видите, и все эстетично, понятно, что это творение, это не случайное явление. Рукотворный наш мир мы создали, видите, мы его понимаем, как это разумно. А мир не рукотворный, не понимаем. Нет такого разума. Один мистик дал упражнение своим ученикам. Минута. Забудь, что лежит на столе. Так, минута, все включились. Более-менее сказали почти все перечислили. Это было на улице. Просто мне не в квартире никто. Очертили стол. Площадь на земле. Убрали. Минута. Запомните, что еще нет этой площади на земле. Никто не смог. 2-3% всего лишь. Могли понять, сколько там камешек, сколько там деталей, сколько травина. Просто земля. Нет такого внимания у нас. Мы не видим там гармонии. Но когда люди занимаются наукой, изучают законы красоты, они начинают понимать, что там есть гармония. Мы откуда все это берем-то? Все знали. Вот и вокруг нас. Не из ума же мы, но из наблюдения все это такое. Мы знаем вокруг нас там столько разума. Ну давайте сделаем типографию, получим большой энциклопедический словарь. И словарь выставляется. Один ученый изучал эту тему случайно, вот этих вот совпадений. И он сказал, я легче мне поверить, что случайно из груды металлолома сыплющегося, случайно соберется самолет и взлетит, чем появится одна живая клетка. По сложности одна микроскопическая живая клетка сложнее, чем современный город Токио. И некоторые моменты необъяснимы наукой вообще, как ДНК гераза. Она необъяснима наукой до сих пор. Что такое ДНК гераза? В теле очень много этих ДНК и РНК. И вот они там постоянно динамики. Они появляются в сверхскрученные места запутанные. Понятно, что система очень сложная, там могут возникнуть путаницы. Тогда и возникает узел, появляется ДНК гераза. Такой как бы механизм, он зажимает с двух сторон этот узел, запутанное место, здесь разрезает, соединяет все, каждую в отдельности, и идет дальше. С точки зрения эволюции, необъяснимое явление. Необъяснимое. Новый чудес, если все угораться, помните, что не снилось нашим чудесам. И наша наука сейчас не может объяснить многое, как выясняется. И даже Эйнштейн, оказывается, не все знал. Сейчас люди сомневаются во всем. И астрономия переписывается, и история уже переписывается много раз. И сколько учебников по истории выбираете любой на вашу вкус уже. Ученичек, описание решается, пусть другой ученичек. А что было на самом деле, трудно сказать, что было 100 лет назад. Мы теряем, мы забываем. Забываем человека, его природу, его сути. Мы запутаемся на ровном месте. Так как мы штука до накопления всех этих знаний, что мы сейчас не можем это распутать. Где это ДНК гераза, разрежет все это и соединит точно, точно, точно. Это знание коммунной материальной природы утратили. Качество. Ведь качество людей меняется. Вот что проблема. Качество мышления меняется. Качество ощущений. Нашли такой затвердевший, поменявший каплю смолы, янтарь. Выяснилось, там где-то 1,5 миллиона лет, сколько было. Но это не единственная находка. А внутри пузырек воздуха того времени, через ученые, взять анализ той атмосферы, совершенно другой состав. Сильно отличается сегодняшний, чем на выше, чем на шаге. И как
Как они говорят, если то взять, та насыщенность кислорода в атмосфере того времени, то дыхание людей было другим. То время больше подходило для йогов, которым как раз дышать не нужно было, для пранаямы. Сейчас мы дышим, и жизненная сила наша расходится быстрее. Так к тому же, когда ум взволнован, дыхание тоже волнуется. Но это праны. Праны, что мы дышим, выдыхаем, это жизненная энергия, все жизненная сила. Ведок, в йоге, до сих пор в Индии многие знают, если вы были в Индии, общались с такими людьми, они вам, конечно, скажут, что продолжительность жизни зависит от состояния праны, жизненной силы, воздуха внутри тела. Пранаяма. Если вы владеете пранаяма, можете жить сотни лет. Ну, это человек уже умер, но он дожил где-то до 800 лет почти. Умер, может быть, лет 10-15 назад. Он давал семинар по пранаяме на Мухаммеда. Другой мистик, Джаганнат Пури, утром делает омовение не в воде, а в огне, в огонь входит. И там совершает омовение. И там очищается. Есть разные способности. И каким же образом можем проникнуть в эту науку? Ум нужно настроить. Так же телефон вы набираете, если он настроенный, и связь идет. Или приемник. Волну находите, связь идет. Волну не находите, связи нет. Так же ум важно настроить. Настройка – это вера. Во что бы человек не поверил, это достигает. Наука материальная – это как факт подтверждения, потому что все, что фантасты говорили в прошлом, осуществляется. Все. Это говорится, все возможно, кроме одного в этом мире. В этом мире вы не найдете любви и покоя. Это нужно брать из другого источника, из другого зрения. А мы ищем тут именно любовь и покоя. А что нам даст любовь и покой? Может быть, большой крепкий дом, или запас денег, или что еще? Оборону хорошую сделать? Или семью хорошую создать? Нет, не это. Счастье внутри тебя, там открой его. Ты не должен ждать от кого-то счастья, нет мужа, нет жизни, ты должен давать это счастье. Вот дары, правильное счастье. Пока ты что-то ожидаешь, ты будешь страдать. Все люди, кто стремятся к своему счастью, идут путем страдания. Все, кто идут путем жертвы, отдачи, они становятся счастливыми. Жили два брата рядом. Насколько помню, в Боснии была эта история. И у них было общее поле, они засаживали пшеницы и урожай делили пополам, 50%. Но один брат был женат и большая семья, а другой полос. Поэтому тот, кто женат, или кто спал. И думал, 50-50 это неправильно. Вот у меня большая семья, много детей. И они обо мне позаботились на старости лет. Мне не нужно накапливать слишком много. Обо мне дети позаботятся. Он-то один. Вот кто мне позаботится? Я говорю, бери больше 50%, на старость себе откладывай. Не берет? Плохо спит, это правда. Ворочается. Ночью часто поднимается, идет в амбар тайком. Берет мешок зерна и подсыпает в амбар брата. И тогда засыпает. А тот тоже плохо спит. Не женат. И думаю, 50 на 50 нехорошо. У него большая семья, детей кормить надо, нет, зачем так много? А он не берет больше. Тоже плохо спит, тоже ворочается. Спускается в свой амбар, берет еще зерна, тайком посыпает, брата тоже. Так они это делали долгие годы. Пока нос в нос не столкнулись ночью. С этим мешками. Ты куда дальше не спится, там не то. В конце концов, все выяснилось, что посыпали они друг другу зерно. Поначалу. Причем количество зерна не уменьшалось, не увеличивалось, а любовь росла. Вот как все происходит. А если было бы наоборот, они бы стали врагами. Мы делим собственность. Мы привязаны к собственности, привязаны к наслаждению органов чувств, после бугорки и кожи. Чтобы все было приятно, для этого нужны комфорт. А знаете, что мудрецы говорят? Комфорт отвратителен. Он вас делает тупым. Тупым, безмозглым овощем. Да, как удобно, знаете. Мягкое кресло. Выключатель такой, пульт такой. И вот просто сидишь, и воля твоя исполняется. Почти человек, я Бог просто. Мне
понимаете, это Бог вообще. Дошло до того, что если в 2 метрах это не опут, я говорю, пожалуйста, подай-нибудь. Уже и так некуда дальше, понимаете, уже А йоги так воздействие. У нее другая задача, потому что ну, ненормальный народ. Вообще, это единственный народ, конечно, как я так спокойно сказать, что я не могу сказать. Я спокойно на ноги посидеть не могу сказать. Он спокойно на воздействие. Да, больше другие люди, люди спят спокойно. Тут прохожие машины спокойно, безмятежный человек спит. Никаких проблем в уме нет. Более потом, а? У нас уже есть и то, и другое, и третье. Если вы на телеге едете и столкнулись, ну ничего страшного, посмеялись в этой передаче. Если вы на своей бензе столкнулись чуть-чуть царапинку, ай, как вы пережить я понял, понимаете? Вот этот комфорт, он обостряет эти наши чувства, нашу неправильность. Чем больше мы хотим создать этих условий лучших, тем более мы становимся требовательными. Первый телевизор радует, по-моему, там что-то горизонт. Ящик, понимаете, лампа, губы поставишь, как ножик качается, и антенна такая, и вот он, там ловит, с антенной нужно ходить, понимаете, вот тут стой здесь, вот так, мы ловили эти все вещи. А бывает, там эти лампы же не раскаляются, они же там подвижные все, все такое. И вот он так, они были нестабильные, первый телевизор. И отец подходил всегда, и так сверху лбом, и показывал, да ладно. Сейчас у нас Samsung, плоский экран, не подкопаешься, но малейший дефект, как пострадать? И как пострадать? Сейчас самая главная проблема, это вот это же обидчивость, наше эго обостренное, малейшее неудобство, никак не помоем, я уже жить не хочу, я хочу сброситься с крыши. Казахстан одно из первых мест по самоубийству подростков недавно. 3-е место в мире. Рекорд смерти. А вот давайте больше комфорта, давайте кто-нибудь говорит, что нет, надо включать какие-нибудь аскезы, здоровая жизнь. В царских семьях обучали детей возделывать землю, выращивать овощи, трудиться, знать ремесла. К 12 годам человек знал до 5 языков. Дворянские дети – это аскеза, это нагрузка на ум. Они были заняты, никакой праздной мастерской дьявола, не воспитывали так, нет. А сейчас вот деньги накопили, вот вам наследство. А деньги на санскрите – это артха. Артха значит экономику, все благоприятное, процветание, да, это и деньги тоже артха, да, но артха также означает суть. А суть-то поставить дети себе. Смысл? Если мы просто деньги оставляем, уже по 7 раз доллар, и жадность между ними, как они поделят эти деньги? Ведь трудно поделить. Капиталисты не могут поделить, коммунисты не могут поделить. Главная проблема, что мы не можем поделить собственность мировую. Вот и есть и Америка, и Украина, и Россия, и все, и то, там антагонизм, политика, вся только на этом и держится. Мировые ресурсы не можем поделить. А? Ничего не выросли до этого, чтобы понять, что мы живем на одной земле. Откуда это берет жадность? Она есть в каждом сердце. Начнем с себя. Я не буду пускаться сейчас критику похвалить. Начнем с себя. И уже мир вокруг будет меняться. Это как плохая погода бывает, а вот зонтик открыли. И вы в порядке. Вас не замочит. Нужно подходит сердце чисто. А возвышенно чистый мысль. А цель жизни. Что нас возвышает? Надо принимать все, что мешает отвергать, например, интоксикацию. Это препятствие. Саморазвитие. Значит, нужно отвергнуть. Но где эти силы-то? Как-то приехал в Украину. Это было, наверное, конец 90-х лет, по-моему, уже. И один генерал казахстанца хотел встретиться. Ну, там такие люди. Там открытые полностью, прям на улице могут подойти, разговаривать, вопросы задавать, там еще что-то. И вот этот генерал казахстанец пришел в гости. Мы встретили, это был стол на собеседовании. Пришел с учениками, они тоже были ученики. И он, по его искусству, мастер, и видит, что это воин.
Интересно про встречу. Повезло, что видел такой человек. Добрый при этом очень. Уравновешенный и сильный внутри. По речи, конечно, человек сильный. Он отвечает за слова. Но он пришел с вопросом. Ко мне, как духовному лицу, философ. Вот скажите, говорит, у меня есть духовник, наставник. Я к нему прихожу, когда у меня есть вопросы, какие-то сложности в жизни. Он мне дает наставление. Сколько это быстрее отвечался? Ну, хороший. Какой-то монах. Но, говорит, вы знаете, я ему не говорю об этом, но хочу вас спросить. Я не все могу делать, так что он говорит. Не хватает сил. Воин. Как быть? Воин передо мной. Сильный человек. А вот я слаб, оказывается, в этих вопросах я слаб. Что-то отвергнуть не могу, чтобы принять. Я понимаю, что все это хорошо. Что посмотрите? У нас тут стол за столом, все вегетарианское, и там напитки всякие, там морские. Все в таком, как бы, власть. Гуманность. Я говорю, послушайте, веды говорят, что есть три формы гуру, учителей. Первая форма называется варма прадарши гуру. Это человек любой может быть из нас, любой, честный, кто просто покажет направление. Я не знаю, вы меня спрашиваете, не знаю. Но вот идите туда, там вот эти люди, похоже, знают. У них там есть книги, они что-то изучают, идите туда. Это варма прадарши гуру. Это может быть родители также, которые говорят, вот давай учись, может быть туда, пойдешь или сюда, вот, вот там поинтересуйся. Наша образовательная. Бахма продажа. Мы все должны быть такими, как мы, для своих детей. Указ в правильном направлении, не ошибочно. Другая форма гуру выше. Это люди уже сами практикующие, еще опыт. Духовный труд познается. Да, вот как ваш духовник, он аскезы совершает, экономика читает, медитации так как не читает, что это, наверное, он имеет опыт. Да? Потом нам дает настроение, дает шиша, будет называться, шиша наставляющий гуру. А еще есть дикша гуру, еще выше ответственность. Дикша гуру означает, что вместе с наставлениями, с шишей, он дает вам и силы выполнять их. Ну вот как мать посылает из магазина, иди купи муки. И вот тебе и деньги. Как же ты из них купишь? Деньги тоже дают. То есть дикша берет, у вас карму забирает лишним, чтобы вы могли это осуществить. Потому что карма тяжелая штука, гору не поднимется, говорю закон. Дикша гуру означает, забирает часть кармы, как это забирает грехи человеческие. Это форма гуру. Я говорю, вам нужен дикша гуру, если вы так серьезно строите. Он встал за столом. Я бы вас может выпить за дикшу гуру. То есть человек это оценил. Конечно, нужно же учителя. И не просто, которые дают наставления, а еще могут вдохновить нас выполнить. Поднять нашу дух, сделать нас бесстрашными. Даже чтобы изменить свою пищу, нужна решимость, да? Бросить курить, нужна решимость. Это еще должна быть чистая очередь. Строго говоря, сейчас мы уже должны отойти от мизерии. Сейчас уже не то, не те средневековые времена, когда мы должны были так слишком зависеть от всего. Сейчас мы уже по-другому снабжены. Сейчас могут люди быть вегетарианцами, значит, это повально, сейчас это повсюду становится, все больше, больше, больше. На наших глазах происходит. И в Казахстане, и в России, и в Европе повально, в Америке повально, эти веганы появились, еще круче. А ведь совсем недавно это вызвало сильную тревогу. Еще 30 лет назад, когда мы начинали это, вот, все эти вещи, вегетарианцы в том числе, нас осуждали по закону. Вегетарианство вред здоровью, статья была. Время меняется, видите, мы начинаем понимать какие-то вещи по-другому. А почему? Есть причины и на нашем мысленном уровне. Я спросил одного врача, старого человека, старше меня вообще. Есть разница в стандартах здоровья от того времени, когда вы начинали сейчас, и конечно. Говорю, какая? Сейчас, конечно, не смотрели. То, что раньше считалось болезнью, сейчас мы вот, зависит от здоровья, потому что значит все будут больные люди. Мы не можем так уже оценивать людей, как раньше. Когда моя дочь была совсем маленькая, жена пошла в Санкт-Петербурге к доктору, к детскому врачу, там, что это уже сидеть.
Он говорит, Рахит, почему очередь? Мы перепугались, посмотрите, как Рахит? Почему очередь? Что ты беспокоишься? Нормально для Петербурга. Тут мало солнца, тут у всех Рахит. Это здоровый ребенок оказался. Ну, Рахит. И сейчас у вас у всех одна-две болезни, у всех даже больше есть. Мы говорим, ну, нормально ходит, улыбается, ну, одевается, все нормально. Но веды идут дальше. Нет, вы здоров, когда счастлив. Когда вы здоровы? Когда ваш ум здоров, чистый. Эмоционально и в мыслях вы должны быть здоровы. Вот отсюда здоровье исходит. Не от лекарств, не от тела, от пищи. Но пища должна формировать тонкие ткани мозга, не только давать калории и химические вещества. Нет, а где же эфиры? Вычеркнули столицы Менделеева. А где же мысли возвышенные? От пищи нужно это получать. Какие возвышенные мысли можно получить от трупа? Я извиняюсь, может не кстати сказать. Можем получить калорию, да, и все, но мысли не можем получить. Это другой продукт. Другой гуд вообще, другого качества. Если собака говорит, если же мясо не становится зверем. Это качество пищи переносится в сознание. Гуд. Ведь там же этот адреналин смертный. Ведь его запили, он же чувствовал страх. Отчаяние, боль, все в крови осталось. Это только кошерное мясо, кровь сливаете, потом видите, такой можно подходить. Безусловно, есть люди, которые пристрастны к мясу, хорошо. Не будем их слишком ругать. Но не может пока человек сказать это, но мало ли что. Тогда хотя бы отрегулируют ради собственного здоровья. Одно мясо, скажите, не есть нельзя. Какие-то продукты вообще без них запрещены. Ну хорошо, оставим это. Над умом существует разум. Он в тысячи раз тоньше ума. Не так просто объяснять эти вещи, понимаете, неправильно. Если даже вы знаете, хорошо это в себе различаете, не так-то просто это объяснять. Это самое трудное, наверное, объяснить это понятно без знакомых. Потому что у нас все это смешано сейчас, как в одном целом. А мы самки, мы сейчас разделяемся, считываемся. Вот пять чувств, вот ум отдельно. Не бывает отдельно, вместе все. Но мы сейчас должны вот так поступать. И разум. У него тоже есть функции принимать благоприятное, а не благоприятное отвергать. Ребенок не будет пить боль по лекарству, вы знаете об этом. Он нужно заставить это делать. Родители воспринимают вот этот разум надо, потому что это благоприятно. Значит, будешь болеть. Да, это неприятно, это горько, но надо это сделать. Это нужно разрезать даже что-то, чтобы вылечить тебя. Потерпи, пожалуйста, это разум делает. Воля человеческого разума. Разум уникален по своей сути. Сильнее ума в чем-то. Во много раз. Если ум такой сильный, то что такое разум? На санскрите разум Буддхи описывается. Будда. Просветленный. Он видит, не думая. Он знает видя. А образ мышления, нет силы. Понимаешь? Ну, сейчас все наше образование, но у него анализ логического, схемы какие-то, системы знания имеем. И так вот сейчас образовывается. А здесь образы. Образы существуют. Это есть образование. Образ земли, образ матери. Образ души, образ Бога, образ времени. Все это одушевленное, разум может все это видеть. Разум есть прошлое, настоящее и будущее. Разум просветленный, он может видеть. Каждый может видеть, если чисты ум и чувства. Вот перед нами течение времени здесь, мы воспринимаем чувства глубокого. Но если это как река времени мутная, разум ничего не видит. Вот на такой глубине уже ничего не видно. Если ум грязный чувство, мы смотрим на жизнь, и не понимаю, что с ним будет завтра. Есть такой миг логический. Человек сидит на дереве и берет ветку. Вот тут вот ствол, вот тут ветку, вот тут сидит, и от ствола его берет. Ну, работает уже. А снизу идет другой человек, говорит, все, что ты делаешь. Но сейчас ты упадешь, минуты не пройдет. Ты тут накаркаешь ветку. Откуда ты знаешь вообще? Упадут. Не упадут.
20 шагов и к тряпке, и бабах. Все купалось, сильно ушибся, думаю, боже мой, истина об этом. Как он увидел? Предвидел, что я упал. Дай мне больше спрошу, сын бегу, побежал за ним. Стой! Испугался от него, убегает. Ну, догнал его, слушай. И в ноги ему кланяется, ты мистика, я меня спас, помоги мне, скажи мое будущее, когда я умру. Всяко страх было на ножке придумали. Ну вот когда у тебя спина холодная, значит, умер. Следи за теперь крой спины. Вот так думаешь, что он следит за теперь крой спины, тогда я не буду. Что-то очень похоже, знаете, на нашу современную ситуацию. Человек выбирает больницу. Почему? Сердце с ним не стало. Понятно. Если бы сердце не сбил, то нужно управлять. Ну, конечно. А тут что, она сбила машину, если бы машина не сбила, жил бы, машина. А если машина не будет сбивать, сердце не будет, если она придет, будет умирать? Да нет, время пришло говорить. А почему ты не видишь? А мы хотим продлить жизнь? Нет, это же тогда с временем установить отношения. Совсем другим путем нужно идти. А время вообще поддерживает нас или разрушает нас? Так будет. А по-разному, кого как. Кого как. Человек, который знает себя, не умирает. Дается пример. Внешне умирают все. Но когда говорится в жизни, ты никогда не увидишь своей смерти, если ты знаешь себя. Никогда свою смерть ты не увидишь. И дается пример. Кошка и крыса. Вот пасть кошки для крысы – это жуткая смерть. Пасть кошки для котенка – здесь он другой. Он говорит, зашел ты домой. Он там сидит спокойно, главное. Есть разница? Огромная разница. Факт один и тот же, разница совершенно огромная. То есть люди в прошлом относились по-другому к жизни и к смерти. Они знали, что есть две почетные смерти, остальные нет. И стремились к почетной смерти. Все. Две почетные смерти – это смерть в юридическом трансе. И вторая – это жизнь воина. Смерть воина на поле битвы ради высшего права. Вот это сладкое. Значит, ты прошу его изъять. А если ты хочешь выжить в этом мире, ты похож на воина-труса. Пришел на поле битвы, чтобы выжить. Да иди умри, говорят! Герой, о чем ты думаешь вообще, да? Премудрый песка. Этот премудрый песка здесь живет долго, там, в тени его редко, как и холод, все знают, он живет, он очень старый. Собрались все рыбы, знаете, ему однажды узнать, в чем же секрет его долгожительства. Там жили, послали, там, почтение вроде поднялся из стены, это чудовище брошенное, знаете, такое старое. В чем же секрет? Твоя долгая жизнь. Поднял плавник до песка и сказал, главное, не высовываться. Не высовываться. А как же будем жить? Выживать мы настроили, надо жить. Бесстрашие это нужно. А чтобы бесстрашно, нужно точное знание. Это так же, как мы ездим по городу на машине. Если мы знаем правила движения, мы же не боимся особо. Мы знаем. Все, есть правила, есть закон, зачем бояться? Нажимай на газ, когда нужно, и гоните, и где-то тормозите, все понятно. Побег справа или светофор, все, мы знаем. А если мы не знаем, на каждом повороте машину не бояться, а вдруг это будет? Я же не знаю. Но так давайте изучаем законы жизни, чтобы были уверены и страшны. Тот, кто умирает за правое дело, не боится умереть. Они бесстрашны, это сильные воины. Их воспитывают именно так, изначально есть кодекс чести воина, моральный кодекс, прежде всего, а не просто воинское искусство, драки. Нет, это гораздо выше наука, чем сегодня. И мы знаем, чтобы дух поднять армию, нужно, конечно, этот патриотизм, нужна вера, нужна не национализм, а патриотизм, это разные вещи. Национальность нужно превзойти, и вот тогда мы великая нация. А не гордиться просто потому, что я русский. Этого недостаточно, чтобы гордиться. Нужно сделать что-то сверхъестественное, тогда гордись по праву.
Вот этот превзошел свою нацию выше, 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 свое происхождение, говорится, вот тогда ты и вложил ценности в свою жизнь, в свою нацию, настоящие личности. А быть просто русским, казахом, американцем, это может любая собака. В чем разница? Она тоже родится на такой же территории. Но это еще не придет никакой ценности. Сделай что-то. И что же самое ценное, познай себя, оставь себя после себя, свой пример, свой героический пример, свой потоком. Вот что самое ценное нужно сделать, себя оставь. Не потеряй себя, оставь себя здесь. Это будет высшее наследство. Весь род прославишь свой. На тебя будет смотреть потом, ты их домой не пора, и твой ответ, вот, вот и мой. Я не уронил честь. Я сегодня это понимаю. Это дух. Это разум. Поэтому в прошлом семьи создавались позиции разума. Династии, не просто на уровне чувств влюбленности, разлюбленности. То брак, то развод, то полюбил, то разлюбил. Это такие игры, знаете. А в итоге просто никому не нужное потомство остается. Никому не нужное потомство. Брошенные дети. Нежеланные дети рождаются. Я такого не хотел ребенка. Он такой растет, я не такого ребенка. И он всю жизнь чувствует себя нежеланным ребенком. А какой результат? Очень важно. Разум принимает только благоприятное, отвергает все неблагоприятное, потому что видит последствия будущее. Будешь соблюдать диету неприятно, аскетично, но в будущем ты будешь здоров, это правда. Мы видим будущее. Разум не видит будущее, а любой нарколог скажет, если кто-то принимает наркотик, он всю вашу судьбу распишет в будущее, уже известно ваше будущее. У алкоголиков то же самое. У людей слишком заночных городов можно уже расписать все так же. Если мы знаем качество друг друга, уже можем видеть, разум может видеть. Как одна мать сказала своей дочери, ты будешь страдать всю жизнь. Я очень был маленький, я даже напуган был, что это, почему она так говорит. А это потому, что это очень гордо. Мы видим будущее. Может быть, не так четко и ясно, но мы еще, особенно старые люди, пожили с опытом, они уже понимают эту связь. Уже можно лучше прочитать по качествам человека, который приправил. Ко мне иногда приходят молодые люди, чтобы получить благословение, Бог, свадьбу, у них там помолвку, брак. Вот они счастливы, улыбаются, благословятся. Я на них посмотрю, думаю, Боже мой, сколько страданий я ждать буду. У меня слеза наворачивается. Ну, я заставляю себя плачу, понимаете. Два эгоиста, понимаете, они с какой себе устроят? Ой, Боже. Еще неизвестно, что будет дальше. И все так на свадьбе тоже их поздравляют и плачут. Берегите друг друга, говорят. А те все не понимают, что они говорят с ними, что они любят друг друга, понимаете? Чего они так волнуются? Ну, мы же по опыту знаем, что два молодых дурака, мы же не видим, что же. Пока не помудрели, знаете, уже столько все наломаем дров. А как же их подготовить к этому плану? Не смогли мы с вами подготовить? Это же сами не надо. Сами были не обучены. Над разумом находится вот это самое «я», сознание. Душа называется народом. Сознание, сознающая сила, энергия. Она существует и знает об этом удивительном. Она пронизывает все тело. Я различаю. Я размышляю, я чувствую, вижу, слышу. Все это одно «я». Но если я по-разному чувствую, на уровне чувств, на уровне ума, на уровне разума, я могу быть разным. Леонардо да Винчи писал «Тайную вечерю». Он был в трансе, забывал практически сон сутками. Но образ Иисуса был трудный. Тогда не было фотоаппаратов у людей, не было интернета. Это была эпоха Возрождения, примерно полтысячи лет назад, не так уж давно, с исторической точки зрения. Почти наш эксперимент. Почти. Но люди относились очень ответственно к своей деятельности. Леонардо был гений об этом. И когда он думал об образе Иисуса, он понимал, что это не просто изобразить. Мудрого мессию, такого пророка, знаете,
33-летнего возраста. Молодой человек фактически. Еще же в жизни не видел, но он уже Иисус. Да. Где же найти такой вот красивый духовный образ молодого человека? Больше года Леонардо наблюдал научницы из Колорадо. Заказчики доверили мне. В конце концов, он все только это сказал, только это видел. Зашел в какой-то церковь, и был там хор из юношей. Они пели туда, наверное, он как увидел, о, Боже мой, так это же просто Иисус, прототип. Молодой человек, красивый, и такой духовный образ, приносил на все свой дом. Человек посадил, сделал свой портрет, набросил все, и картина будет развиваться. Я решил, что он уже скоро закончит одну вечерю. Но когда он дошел до образа Иуды, он столкнулся с более сложной задачей. Струнней, это тоже, видите, ученик Иисуса, один из апостолов. Ну, предатель. Ну, как это изобразить сочетание вот этой вот этой духовности и падшего вот состояния греховности? Вот это вот решить как-то совместить. Два с лишним года вы можете увидеть этот образ. И уже потерял надежду, но, наверное, не смог бы просто что-то сказать. И вдруг, проходя мимо с учениками, он видел, в канаве лежит мертвец и пьяный молодой человек. С этим отпечатком порока на лице. Какое-то сочетание было этой красоты, еще ставшейся этого порока, было то, что мне нужно. Возьмите этого человека, не мастерство. Усадил его с этого изображать, и тот пришел в себя в время. От алкоголя. Поэзис уже был год назад. Меня приглашали писать портрет. Это был один тот же человек. Только он сейчас находился на уровне чувств. А тогда, когда он воспевал священные молитвы, он был на уровне разума. Он сиял чистотой. Разум так, как солнце. И это я так и себя чувствую, как просветленный, ну как может, сомневающийся, ищущий, мыслящий, и как чувствующий. Здесь я люблю подобно животным. Приятная кожа, приятные красивые волосы, голос, касание, секс. Хочу. Люблю. Как животное? Это любовь, которую не чувствую. Здесь я люблю воображаемо, обожествляюсь. Сила чувств усиливается в уме. Синтез. Мне кажется, это богиня какая-то. Я не могу даже словом у тебя присутствовать. Меня просто, знаете, это любовь сковывает. Обезоруживает. Я рабом становлюсь перед ней. Я готов на все. Я пишу стихи. У меня вдохновение. Это воображаемая любовь. Она трансформируется в этом. Уходит. В жизнь. Как говорит Бегали, пословица. Хозяйка, шаркающая ногами по квартире, разрушит всю семью. Вот эта богиня начинает шаркать ногами, там, или там, что-то еще какие-то привычки, у него тоже есть свои привычки, они начинают ссориться, кто что делает, кто что говорит, кто как себя ведет. И есть период ссор, притирания, все знают, после медового месяца начинается этот вопрос. Он занимает 15-20 лет, пока мы не изучим друга и не примут, какие есть на самом деле. Я общался с одной пожилой женщиной, которая мужа в могилу сюда. Она потом всю жизнь страдала и плакала, она всегда это вспоминала. Говорит, это я виноват, я виноват. А я сейчас понимаю, я говорю, там уже больше, как сейчас я понимаю, что с мужчиной говорить не надо. Всю жизнь прошло, чтобы они простую вещь. Язык уже контролирует разумом. Язык либо создаст великолепную жизнь, либо ответить ему от языка встречи. Какие слова используют для нас? Сам ты позвал из Бога и говорил, кто скажет, какая вещь самая отвратительная в мире? Язык. Почему? Да потому что язык говорит нет. Язык оскорбляет. Язык унижает, язык проникает в самое сердце и боль доставляет. Самую сильную языком боль, не оружие. А какая самая прекрасная вещь в сердце? Язык. Это золото. Да то же самое, что язык самая отвратительная вещь, что это хорошая. Я тебе накажу, это тоже был рабом сам. Язык может быть любви, может быть правда. Язык может возвысить. Язык
Вся наша судьба строится языком. Чтобы правильно говорить, нужно услышать человека. Опять же, начнемся к тому, что нужно уметь слушать. Вот это и есть настоящее наше «я». Мы всегда с вами вечные ученики. Как дети, будьте как дети. Учитесь, учитесь, учитесь. И учите других. И детей, и поколение друг друга. Но сами не забывайте, что вы, мы все с вами учимся, учимся, учимся. Мы ничего еще не знаем, мы много еще не знаем. Давайте выйдем и скажем, что я что-то знаю. Это на пользу не будет. Знаете, знаете, не надо говорить. Не надо выставлять на показ свои знания. Когда вы общаетесь друг с другом, всегда чувствуете, что вы не знаете, как общаетесь. Как будто вы не знаете ничего. Потому что, когда общаетесь с человеком, вы будете заново знать. Не с позиции своих знаний, а заново. Это обновляющаяся жизнь, форма жизни называется. Не скучно. Каждый человек в жизни это явление следующее. А бывает, не значит, не станется вообще. Сколько остается, сколько людей вокруг, а скучно жить каждый день. Это я, как веды говорят, есть таинственный смысл в этом. Я связываю всегда с другими «я», но не бывает отделенным, это кажется, это иллюзия. Иллюзия, которая навязывает чувства и ум разных типов. Разные типы чувств, поэтому есть непонимание. А «я» у нас одинаковой природы. Однородны мы все одна семья нас. Мы знаем, что в обществе, где много страданий, никто счастлив не может быть настоящим. Поэтому мы хотим, чтобы в обществе должно быть общее счастье. Почему собираемся залом, что-то чувствовать, что-то вдохновенное для всех, когда много народу, мы чувствуем, что это нас вдохновляет, что мы вместе чувствуем. Недостаточно одному продвинуться, а с кем же я потом поделюсь вообще? А вот важно разделить это все, да, чтобы почувствовать единство и разнообразие, это счастье наше, единство и разнообразие, мы все разные, мы все, но мы все вместе. Иисус говорил, я и Отец одно, это великое счастье. Мы вместе. Друг и враг, понятия надуманные, говорится, искусственно надуманные. Нет друзей врагов. С этой духовной точки зрения. С этой точки зрения, конечно, есть разные запахи и разные мысли. Конечно, есть столкновения. Но здесь, если мы доберемся до себя, до глубины души, дойдем друг друга, здесь нет таких противоречий. Я спросил одного человека, вот, известный астролог, не знаю даже, как ты жена живет? Говорит, у нас совместимость с ней минимальная по гороскопу. Живем в мире. Ну как удается? Предается. Мы знаем много предания, духовные знания. Они живут в гармонии, очень любят друг друга. А с материальной точки зрения, не очень. А с духовной не важно вообще. Любовь. Не на уровне чувств, а выше. Как я люблю свою мать, знаете? А, ей уже 86. Что там любить с точки зрения тела уже? Там тело уже как каракатица стало. А как я люблю? А почему? А почему я люблю? Что я помню ее жертву, ее любовь до сих пор на эту имею. Как я люблю? Не уважаю. Какая мне разница, сколько я люблю вообще? Старая или молодая, это мать моя. Свято. Это не подается этому возрастному или сексуальному такому описанию. Зачем это? Это разум говорит. Мать, отец, говорит, Бог твой отец, да, говорят, давай думай, думай чисто. Возвышай свои мысли, святость эту, не теряй, пожалуйста, стань таким же святым по отношению к своим другим. Стань матерью отцом настоящим. Вот настоящий мать отец. Здесь не все по-настоящему. Здесь свой чужой. Вот я и мое, что чужое, тут вот такая взгляд. Один человек, купец, старый сын, 4 жены было. Первую жену он любил больше всех. Он с нее глаз не смотрел. Одевал, бывал, кормил. А все он считал, что он не хотел этого принимать сразу. Не расставался ни на секунду. Вторую жену тоже сильно любил. Уж очень привлекательная была красавица. Но боялся.
отобьют, своруют. Прямо пацан Балыч. Третью жену лежал как друга верного. Всегда был рядом, когда нужно, но позволял жить своей жизнью. Я даже не знал, где она сейчас, когда вернется, но она всегда была вовремя, если нужна была помощь, приходила и была верным помощником. А четвертую жену вообще забыл как звать. Забыл, что вообще на ней есть четвертая жена. И вот настал день смерти двух купца. Умирает несчастный. И трудно ему оставаться с мужем. Теперь одному идти в мир иной, он сказал, первой жене, дорогая, любовь моя. Я тебя любил всю жизнь, ты знаешь как. Но когда он сел, не пойдешь ли со мной в мир иной? Я оставляю. И сказал тебе, жена, дорогой, что ты такое говоришь? Ты ошибался. Мы с тобой не одно целое, мы с тобой совершенно разные существа. Ты пойдешь в эту сторону, в эту другую сторону. Между нами ничего общего и не было, и нет. Ты все это придумал. Как же было больно слышать такие слова. Я тебе все отдал, все уже посвятил. Ты не предаешь. В такой момент тяжелый травм. Смерти ты так со мной поступаешь. Ну, может быть, ты, вторая жена, пойдешь со мной, не бросай меня, я тебя тоже любил. Не заботился. Не зря ты меня прятал, дорогой. Я уже знаю, куда я пойду. На меня давно уже глаз положили. Иди с миром. Он третий жене, друг мой, дай приду я на похороны все сделаю, что ты волнуешься, ну, у меня своя жизнь, ты знаешь, дай пойду. Умирай скоро. Мужайся. Ты человек такой скорби оставлял, так мир. Вся моя жизнь напрасна. Вся моя любовь напрасна. Все эти добродетели, все эти вещи, как ложь, как же тяжело ходить с этим. Мир обманутый. И тут слышу тихий голос. Я говорю, ты кто? Я на четвертой жизни. Так вот, кого нужно было любить. Вот ради чего жил. Я тебя забыл совсем. Что это за история вообще? На любовь? Да. У каждого из нас купца есть четыре жены. Первая жена – это тело. Ох, как мы любим. Одеваем, прощаем, кормим, все приготовы выполняем, не остается ни секунды, ни днем, ни ночью. В момент смерти тело пойдет в могилу, а я пойду в другое место. Как же больно с ним справиться? С этой женой. Обманем. А вторая жена богатство, золото, детей. Муж очень привлекательный, отца помнишь? Но который мы умрем, набьют друг другу, я обязательно. А третья жена, наши друзья, родственники, они где-то рядом всегда помогают, но у них есть своя жизнь. Да? А четвертая жена – это наша душа. Я сам. Не все с собой, все свое чувство. Это аллегория. Мы не хотим все сведить, свести в сторону религии. Я вам честно скажу, я не религиозный человек, я воспитан. Я средств принял. Меня воспитали чисто атеистом. Мой отец молился в области каждый день. Я не знал об этом, недавно только узнал об этом, от матери. Но давно же ушел из жизни. Они от меня скрывали все, что касалось Бога и их области. И бабушки, и все остальные. Так было принято все с людьми. Религия меня практически не интересовала, не интересует никогда. Не интересует знание, наука. Для меня душа не религия Бога, для меня это наука. Я это изучаю. Есть философия, есть опыт, есть тонкие наблюдения, есть самопознание, йога. Я не хочу создать какой-то слепой вере в конфессии. Конфессию выбирайте себе сами, пожалуйста. Какую хотите. Это личное дело. А знания нам нужны. Культура у нас должна быть одна у всех. Самая высокая, чистая, лучшая. А религии какие хотите. И профессии какие хотите, и все остальное, что хотите. Но культура одна должна быть чистота. Чистый воздух, чистая пища, здоровье, чистые семьи, любовь чистая должна быть. Для всех это одна культура. Я в этом не живу.
Об этом я хотел говорить. Религия эксплуатировала людей на ставку чего? Не только религия. Это мир эксплуатации как такой. Завтра мы продолжим тему. Может, я что-то скажу более практичное завтра, может быть, еще вопросы, как у меня направят, что дальше говорить. Мы говорим о самосознании. Мы упомянули вот этот, эти уровни сознания, в которых мы живем, наше я, наша душа, уровни чувств, ума, разума. Здесь материнская любовь, очень обычно здесь такая супружеская любовь, божественная, здесь животные инстинкты. Здесь чистый дух. И над этим я еще есть свет я. Об этом завтра поговорим. Сейчас можно передавать вопросы записки или устно, как удобно, пожалуйста. Кто хочет задать вопрос, поднимите руку, к вам подойдут с микрофоном. Нам нужна минута-полторы времени, чтобы настроиться на вопросы, пожалуйста. Добрый день, благодарю вас, Олег. Привет, покажитесь. Вот я здесь. Да, хорошо. Меня зовут, я вот хотел спросить, а вот разум – это то же самое, что совесть? И вот понимание сознания, вот разум, сознание, вот. Можно правду? Ну, правду. Совесть выше. Разум у него 5 функций. Память, сон – это функция разума, делать правильные выводы, сомнения, сейчас вот помню 4 фактора, сомневаться – это функция разума. Если человек что-то слепо принимает или слепо отвергает, это не разумный человек, он должен сомневаться и изучить разум для этого существа. Правильный вывод сделать заключение – это тоже разум, он взвешивается аргументы и может сделать правильный вывод для разума. Есть также память – это разум, и способность различать. А, вот 5 – способность различать. Вот это разум, способность различать. Память, сон, выводы. Вот, вот это функция разума. Совесть находится над сознанием. Это то, что руководит мной, совесть. Она выше меня. Я подчиняюсь голосу совести. Это сверхсознание. Я упомяну об этом, упомяну немножко об этом. Это подобно… Это когда мы говорим с учеными об инстинктах, ну, космическая эта тема, сверхсознание. То есть инстинкт управляет живым существом. Так биология говорится. Это некая сила неизвестного ученого, или условно называют это инстинкт, но он на самом деле не знает, что это. Инстинкт не объясняет ничего слова. Просто как факт. Да, есть, а что это такое? Объяснений нет. Как эта больная кошка идет? Берет траву лекарственную, съедает ее здоровье. Откуда? У нее медицинское образование. Но она делает это, и она чувствует каким-то образом, она знает эти вещи, да. Это говорится, это не инстинкт, нет. Это знание, но не ее знание. А получаем интуитивно свыше. Вот это голос внутренний. Природа, зов природы называется. Неосознанно происходит кошка. У человека мы должны это осознать. Это как раз наша задача. Это голос осознать, где выше. И они начали мне сказать, это подсознание. Говорю, нет. Подсознание значит под моим контролем. А поскольку я под контролем, то это сверхсознание. Или параматма на санскрите называется. Атма – это душа, а параматма – сверхдуша. Например, видите паука утром. К расстройству. Вот так, за вечером. А вечером паука вы видите, хорошо. Если вы идете на работу утром и навстречу женщина с пустым ведром, идите обратно. Вам нечего идти на работу, я беспокоюсь. Если с полными ведрами, то лучше. Но если все-таки вам нужно идти на работу, хотя ведра пустые, как же все-таки сделать этот день успешнее? Есть способ. Это секретный способ, только для работы.
Вы должны найти дворника на улице, поклониться ему в ноги. Да, это все примет. Мы не знаем, как это все устроено, но приметы нам говорят, есть какие-то тонкие устройства. Наблюдаем. Иду из лесу, когда еще в школе учился. А там меня старик встречает на краю города. И говорит, там ты был в лесу, далеко, там шишек много в этом году, кедровый садик. Сахарин цели. Говорю, в этом году море шишек. Очень много, усыпано все. Он говорит, значит, будет много красной рыбы. Вот это и спорно, как это сказано. Красной рыбы с шишек. Ну, есть такой пример? Фаза Луны тоже, если месяц вот так шубу одевает, значит, будет холодно. Молодой месяц. Не знаю, вот эти все приметы есть такие специалисты. То есть это наблюдает и вот как это все устроено, тонко. Я все знаю. Все законы изучены. Далеко не все, особенно законы счастья не изучены. Вы знаете, что животные могут разговаривать сюда? Неужели такие вещи не знаете? Если у вас есть животные домашние, наверняка вы догадаетесь, что у них есть стадо. Если можно разговаривать, и они могут отвечать. Черепахи могут мысленно разговаривать. Змеи могут мысленно внушать эти мысли. Собака одна выступала по телевидению в Ленинграде старом, Сен-Бернар. Знал 5-6 слов. У нее брали интервью. Кто это? Говорит, мама. Мама? Твоя мама? Моя мама. Можно услышать, все, собака разговаривает. Попугай разговаривает. Раньше, говорится, в Махабхарате описывается, в те далекие прошлые эпохи, птицы использовались как почтальоны. Они передавали слова, запоминали, передавали, разговаривали. Даже коровы не разговаривали. А сейчас мы до чего дошли? Коровы уже не разговаривают. Может, даже не верили в это, смотрите. Но в Индии Дупа, по лесной с друзьями, а там один доктор у нас был. Он говорит, вот этот кустик видите? Вот такой кустик. Такие как акации, листочки у него. Дотроньтесь до него. Я даже испугался, потому что будет маленький кустик. Ядовитый, может быть. Но он улыбается, дотроньтесь. И я трогаю этот кустик осторожно, и я трогаю его, он сжимается. Надо же, я забыл. Это что же это? У нас сбивается опыт эти формы различные. Но когда мы видим суть разума, мы прекратим совершать насилие. Нам очень нужно получить это. Здравствуйте. Можно мне такой вопрос? Какие хорошие живые примеры делаете? Я вот некоторую литературу читаю, и у меня теперь путалось в голове. Как отличается подсознательное и бессознательное? Вот живой пример. Подсознание – это наша тонкая память, то, что мы называем интуиция. Это тонкая память. Когда-то это было, мы утратили, скажем, событийную память. А впечатление самскара осталось. И вот это совсем не видится. Вы как будто уже знаете, что сейчас будет. Например, с точки зрения реинкарнации сейчас будет смерть, потому что мы забыли прошлую жизнь. А интуиция, интуитивная память осталась в прошлой жизни. Представьте, что в прошлой жизни убийца убивает меня. Вот моя жизнь заканчивается. Представьте, это самое будет сильное посмертное впечатление. Ствол пистолета, лицо его и конец существования. С этим я ухожу. Это память. Но я же забываю, когда рождаюсь. Ну, тут много чего ожидает, вырастаю, учусь, там, друзья, это закон. По закону кармы мы встретимся с этим человеком, обязательно. Это не пройдет мимо. Я только вижу его лицо, и он мне не понравится. А кого-то вижу из первого взгляда, влюблюсь. Что это? Это интуиция. Это память прошлого. 50% примерно в этой жизни встреч с прошлого, и 50% примерно нового. Добавляется. То мы интуитивно находим друг друга здесь. Мы же знаем, как нам нравится. Он понравился и все. Как? Интуиция. Память прошлого. Продолжаем отношения. Бывает муж и жена крепко привязаны друг к другу. Мужчина умирает, думая о жене.
ям ям ат нисмаран баван тяжат ян тарирам. Мысли в момент смерти формируют новое грубое тело, ум. Рождается женщина. Следующая жизнь. А его жена умирает, думает о муже, так же. Рождается мужчина в следующей жизни. Снова не встречается уже в другой роли, не как жена, а муж как муж. Это все интуитивно происходит. Но это закон. Это тонкая форма памяти. Это функция разума. Тонкое тело – это как матрица, по которой начнется вот этот костюм потом, формируется ДНК и ДНК по матрице, точности. Мой внешний вид, мои способности, и даже предопределенные родители, и срок жизни, и все это уже по законам Вселенной точно известно. Разум может отменить хорошо. Прошлое, настоящее, будущее. Можно по этой жизни сказать тоже прошлую жизнь. И будущее также отменить. Но еще остается свобода выбора. Не забывайте. Вот это самое важное вещь для нас. Научиться пользоваться свободой выбора. Чтобы уже взять в свои руки нашу судьбу. Что-то происходит. Это любовь пока еще, может быть, не развита, поэтому нужна совесть. Именно Бог в экспансии совести нужен. Именно в этой экспансии. Немного экспансии. Все его экспансии, это все энергия Бога. Природа не наша. Мы не создавали это ничего. Это другой разум создает, поддерживает, не знает. Создает детали для каждого атома. Все в этом же. Но наша любовь еще не совершенна, поэтому есть совесть. Я же люблю в ущерб кому-то. Ну вот, моя любовь обычно человеческая, я люблю вот этого человека, и ради этого человека могу вредить другого человека. Это любовь несовершенная. Я люблю свою нацию, ради этого я приношу вред другой нации. Видите, моя любовь несовершенная. Поэтому есть совесть, которая с этим не согласна. Где-то внутри есть еще тут плохо, когда ты поступаешь. И этот уровень совести уже зависит от моей как вот гуна кармы, что я натворил в прошлом. Скажем, я уже стал вором, там тоже совесть. Имей совесть, но вы хотя бы у бедных или богатых нарываете. Тоже совесть, видите? Но уже к хору применимая. Поэтому она относительно совесть становится. Да? Пока мы не достигнем совершенства, не освободимся от эгоизма ложного. Тогда уже все, нам совесть не нужна. Просто есть любовь. Но пока мы не совершенны, не развиты, нам нужна совесть. Законы. Которые мы не нарушаем. Нравственность, этика, законы, ненасилие, это все прописано. То есть это тоже экспансия Бога закона, мы не можем без закона жить. Если Бог обедающий, законов не должно быть. Но законы есть, и мы подчиняемся. Это сверхсоздание. Но когда вы достигаете любви, чистой любви к Богу, вы делаете что хотите, вы никому вреда не несете, вы свободны. Совесть – высшее проявление, то есть любовь. Добрый день. Спасибо за интересный. Я вот хотел спросить, вы сказали, что есть два вида смерти, ну, достойных, что смерть в физическом танце и смерть на поле битвы. А вот в нашей жизни это как? А как это применить в нашей жизни? Да. Хорошо. Давайте в нашей жизни будем применять. В мирное время тоже нужно быть героем, как вы думаете? Есть такое понятие, как духовный бой. Мы всегда сражаемся, в любом случае, как Гитлер рассказан на поле битвы Курукшетра. Воину, величайшему воину мира был рассказан. Все эти вещи, которые мы сегодня говорили, это все отсюда. Пытаюсь рассказывать то, что я отсюда как бы принимаю. Суждение изучаю. Но когда мы читаем эти вопросы и ответы, мы
мы понимаем, что каждый из нас, читающих, находится в положении боя в жизни. Точно. У каждого свое поле битвы, оказывается, есть поле деятельности, где мы сражаемся с нечувствами, с пороками, с гунами материальной природы, время, аспект времени, все реально тоже через одно обстоятельство. Мы должны выполнить свой долг, и это требует героизма. Материнский долг, отцовский долг, перед Богом долг у нас. Путь великий должен быть. И вот на этом поприще мы должны умереть, означает как жертву свою жизнь. Ради высшего блага жить. Вот это значит, что вы умираете. Когда же умирать из себя, это героически. Это то же самое. Не обязательно сказать, войны там куда-то. Каждый сражается. Юридический транс означает, что вы умираете от любви к Богу. Это юридический транс. Это достойно слышно. Остальное. Нехорошо жить с чувством вины. Один учитель, кто-то комментировал это где-то. Она сейчас все популярнее и популярнее становится повсюду. В Индии уже поклоняются. Его ученик сделал то, что ученик принял монашеский образ жизни. Он его посвятил. И он написал письмо учителю и попросил отправить ученика это письмо. В те годы еще письма были. Бумажное письмо почти. И у него было много дел, он слушал, помогал лично учителю, и он не отправил письмо это вовремя. Оно осталось так и лежать, и через несколько дней учитель нашел письмо не отправленное. А за ученика ответили другая. Очень сильно помогал с тем отражать. Знаешь, что это будет? Вот так уже получше веру. В тех учеников это не получено никогда. Но он это Петру уже объяснил, что его просто крестит стал ученика, он стал плакать. И тогда учитель еще сильнее стал плакать. Так что вообще было невозможно слушать. Тогда этот ученик сказал, я все понял, я просто исправлю это. И все, как будто гнева никакого не было, душа стала безоблачной. Снова дальше другой, как будто вообще ничего не было, все что нужно. Станьте просто на крайне люди, все, не надо ничего, не совсем. Мы все, как сказать, грешно говорится, мы все ошибки совершали, не в этом дело. Кстати, наверное, это все хорошо. Если ты самый грешный, все грешны, как написано здесь. Если ты встанешь на путь трансцендентного знания, ты пересечешь эти страдания. Ты освоишь от всех своих греховных поступков, от всей кармы, зачистишься. Вот, если не надо носить этот мешок вины, постоянно будет. Кстати, говорю. Означает, если вы, наверное, пути вы уже прощены. Все. Верный путь – это путь бескорыстного любовного служения. Вот тут вы и познаете свое «я», какое оно есть на практике. Вот не умозрительно так сосчитать все, а прямо ощутите, что это культура бессмертная. Если мы занимаемся бескорыстной, чистой, из любви деятельностью. Называется преданность. Вот это высшее такое положение живого существа. Высшего действительно. Все, что мы делаем для себя, это все внизу. Все, что мы делаем для Бога, это все. Одинокий долг, никого нет, минимальная пенсия и так далее. Есть ли какие-то именно
просто так они родились по линии, не поставили, ну, те же бабушки, там, дедушки, да, они просто так остались семьи. Но помогать людям хочется. Вот кому помогать в первую очередь? Либо интуитивно это делать. Цените самосознание, все остальное вы должны делать согласно как бы, ну, вашему разуму, вашему собственному пониманию. Где вы чувствуете сострадание, где вы чувствуете, что необходимо нужно ваше служение, делайте это. Но через самосознание. Без этого вы не сможете правильно понимать. Даже в хороших вещах можно запутаться. Даже в хороших вещах можно запутаться. Знаете, как говорится? Вот человек стал богатым, и все, и изменился, смотрите. Положение получил в обществе, уже изменился, видите. Вот это происходит. Даже в хороших вещах, в карьере, мы запутываемся, мы привязываемся, можем испортиться вообще. Поэтому всегда придется дух самопознания. А служение нужно делать, да, есть люди несчастные и прочие, нужно помогать. И что же лучшая помощь какая? Знания нужно дарить людям. Кроме того, что мы помогаем пище, одежде, здоровье, мы должны считать знания еще людям. Разум. А судьбы не убежишь, как говорится. Судьба есть судьба, мы все смертны, и в этом дело. Одна девушка умирала, когда рака, ей было 19 лет. В течение где-то 2 лет она была в этом состоянии, уже известно было, что у нее болезнь, в течение надо бороться с этой болезнью. Но и она умирала постоянно. Красивая молодая девушка. Я был тогда тоже очень молодой, неопытный, я боялся, не знал, как помочь ей, как я помогу, она умирает. Но она хотела от меня получать поддержку. Однажды я пришел, просто сидел, слушал, не знал, что говорить, как я помогу, если она умирает. Но с вами было страшно, смотрите. Это мне просто рассказывала, как она заболела, что она чувствовала с самого начала этой болезни, что она поняла, что она обречена, и что с ней происходило. А в конце она сказала интересную вещь. Вы знаете, когда мне стало легче, сейчас у меня нет страха. И она улыбалась. И тут я не прям почувствовал поддержку. Мне нужно было поддержку. Она сказала, оказывается, меня угнетала не сама смерть, а то, что я умру, а остальные будут жить. А потом я поняла вдруг, что ну, ты все. Не стало такого. Так все же умрут. Не надо сильно волноваться о смерти. А жизнь, пока человек живет, думайте об этом. Давайте продолжайте знания, духовную поддержку. Продолжайте, все полноценно. У человека в момент смерти есть долг, знаете об этом? Думать о Боге в момент смерти. Это долг каждого. Антенна радость, смотрите, в конце жизни ты должен вспомнить Бога. Вот и все. Если ты не вспомнишь Бога, то напрасно. Повтор был. Пока не будешь. Не обратишься, это знание. И снова. Нет, доктор Юрвин сказал, что есть болезни. Вообще, от любой болезни есть лекарства. Вылечить нельзя, как только смерть. Вообще, если настоящая медицина и образ, как здоровый образ жизни, вы не должны болеть души, если есть вообще ничем, если вы правильно живете. Правильно питаетесь, особенно правильно пьете воду, он все это объяснял в своих семинарах. Но говорит, есть болезни, которые врач не берется лечить. Почему? Не потому что именно, а потому что они пришли именно забрать жизнь человека. Они пришли для этой цели. И за эти болезни доктор нормально не возьмется. То есть все, это судьба, он должен принять. Раз ее пришел. Но здесь мы не боги, мы не должны играть в эту роль. Все это под верховными законами. Что посеешь, что пожнешь, у каждого своя судьба, хорошо. Давайте помогать друг другу с духовной стороны. Не бойтесь смерти. Не надо бояться. Нужно бояться плохо жить. Так, здесь пару коротких вопросов. А можно я вопрос задам? Что? Можно вопрос задать? Я вас не вижу. Добрый вечер. Так, так. Спасибо вам за такую великолепную лекцию. Я пришла, меня зовут Вероника, и мы пришли из подруги своего. Получилось, что вопрос одинаково зародился у нас у обеих. Вопрос к вам,
все совпадает едино. Образ, визуальный, запахи, звуки, как будто это уже было. Это вся картина, как будто когда-то уже все это происходило. Ну и что тут есть? Еще вопрос. Но есть такой еврей, вопрос еще. Откуда она приходит? Почему она возникает? Так устроен мир. Все, что здесь на грубом плане воплощается, сначала происходит на тонком плане. Вы это можете увидеть во сне, вы это можете почувствовать, это может повторяться несколько раз на этой ситуации. Что тут? То есть это получается как заранее запрограммировано? Ну, да, вы во сне можете увидеть будущее, но да, так это происходит. На тонком уровне это уже произошло все, как видите, говорится во вселенской форме. Арджуна сражается, потому что уже сражение произошло. Посмотри, все воины уже мертвы. Посмотри, вот я сейчас покажу это будущее. Уже это случилось. Тебе только нужно это сделать и осуществить этот план. Ты же воин, сражайся. Враги должны быть убиты. Все уже есть. Что тут делать? Мы живем в физическом мире, поймите. Это замедленный ритм жизни. Здесь, чтобы мне пройти куда-то, мне нужно вот ногами двигать, мотор включать и терпеть все это. Но вы уже мало быстро передвигаетесь. Когда наши альпинисты поднялись на Эверест, все-таки покорили его, и сколько там ценой жизни, да, сколько людей погибло на этом Эвересте, индийские люди удивились, зачем они туда лезут в грубом теле? Можно в тонком теле там побывать, сколько хотите, там, если вам интересно. Значит, при случае. Вы очень удивлены, это чай не зачем такой риск спрашиваешь? Не удивляйтесь, в мире много чего не знаю. Я тоже не в состоянии, не могу до конца все это точно объяснить. Благодарю. А почему с недоверием к мужчине? Потому что обманывают, это очень просто. Все мужчины врут женам. Все, это очень трудно найти честного мужчину. Верно. Это только духовный брак может быть. На материальной культуре это невозможно, женщины не строить иллюзии. Аборт можно ли искупить в этой жизни? Нужно. Не можно, а нужно искупить все грехи в этой жизни. Не вопрос, что можно или не можно. Нужно. Все, что мы говорили по неведению, как это можно простить, определенный процент, скидка есть. Невинность, так сказать, ну, невежество. Но и невежда наказывается тоже. Я могу по ошибке руку Бога засунуть, все равно повторить. Закон это суровый. Это ужасная вещь, конечно, то, что сейчас происходит в нашей современной жизни. Одно из шуток проявления цивилизации. Это бой, если это бой, я бой. Это творят люди, не верят, что творят тоже. А потому что их обманули предки наши. Хорошими словами приятными. Они вам не скажут, мы сейчас ваши дитя по частям вытащим и в воду выбросим, разорванное счастье. Они так не скажут, они скажут, ткань будет удалена, не беспокойтесь. Они дадут слова приятные. Какие люди нашел приятные слова уничтожать убили? Он не говорил, давайте их концлагерь бросим. Он не говорил, давайте их переселим. Он не говорил, что мы в печь сейчас усунем, сожгем сажем. Особое обращение. Вот что он говорит. Итак, мы обманываем друг друга к тебе. На самом деле мы убиваем собственных детей. Это надо искупить и завещать, чтобы он никому никогда не делал вообще. И боги среди тоже будут закрываться, вы увидите сами. Люди будут прозревать. Сейчас эпоха, время пришло. Уже больше и больше будут прозревать. Мне насилие будет стремиться. Хватит уже, наелись кровью. Как достичь любви Бога? Как найти учителя? Завтра поговорим. Еще завтра целый день. Как раз мы об этом можем поговорить в какой-то полной стороне, в какой-то вершине. Мы можем поговорить о разрешительной практике, о приемах медитации. Поэтому здесь мы закончим нашу встречу. Спасибо большое всем. Мы рады, что мы были сегодня вместе, весь вечер.
Если у кого-то есть желание, Александр Иванович на мышку записался, в книгах, пожалуйста, подходите. На выходе у вас ждет помещение, пожалуйста, не обращайте внимания. Готовлюсь специально для вас.